Грэм Макнил. Расколотое отражение. 1. Он не спал. Он никогда не спал, но тем не менее видел сон. Это не могло быть ничем иным. Доступ в Лафиничи был запечатан, а у Люция хватало благоразумия не нарушать распоряжений своего примарха. Даже до их прозрения подобная вольность граничила с безрассудным риском, Сейчас любое неповиновение повлекло бы за собой смертный приговор. Да, это почти наверняка сон. По крайней мере, он на это надеялся. Люций был один, а одиночество он не любил. Этот воин жаждал восхищения окружающих. Но в этом месте не было никаких поклонников, кроме мертвецов. Тысячи трупов лежали вокруг, словно выпотрошенные рыбы, исковерканные смертью, и на каждом лице застыло выражение жестокой боли вызванной ранами и осквернением. Они погибли в мучениях, но с восторгом принимали каждое прикосновение клинка или когтистой лапы, вырывавшей глаза и языки. Это был театр мертвых, но место, где он оказался, не вызвало у Люции неприятного чувства. Лафиничи казался покинутым. Театр был темен и пуст, словно мавзолей в самую глухую ночную пору. Когда-то на сцене под высокими сводами перед зрителями дефилировала жизнь прославляющая восхитительное разнообразие, восхваляющая своих героев и насмехающаяся над нелепостями. Теперь театр являл собой окровавленное отражение давно прошедших времен. Знаменитая фреска «Сирены де Анджело» на потолке едва просматривалась. Ее экстравагантные картины древних перов скрывались под слоем копоти и сажи. Здесь бушевало пламя, и запах сгоревшего жира и волос еще висел в воздухе. Но Люций был настолько рассеян, что едва обратил на него внимание. А вот отсутствие оружия он ощущал очень остро. Фехтовальщику, лишенному меча, казалось, будто у него неполноценные конечности. Не было на нем и доспехов, хотя его пышно расписанная боевая броня уже была перекрашена в более приятные глазу цвета. Неброские оттенки и сдержанный орнамент должны были подчеркивать мастерство обладателя и его высокое положение. Он чувствовал себя почти нагим, насколько может быть нагим воин. Он не должен был здесь находиться, и поэтому искал выход. Двери заперли и опечатали снаружи. Это произошло после того, как примарх в последний раз посетил Лафиничи, когда закончилась битва против Феруса Мануса и его союзников. Фулгрим приказал навеки опечатать двери театра, и никто из детей императора не осмелился ему перечить. Так почему же мастер меча рискнул сюда заглянуть, хотя бы даже во сне? Люций не понимал этого, но ему казалось, что его направили в это место, как будто чей-то неслышный, но настойчивый голос привел его сюда. Этот голос призывал его уже несколько недель, и лишь сейчас окреп настолько, что обратил на себя внимание. Но если он был призван, где же тот, кто его звал? Люций двинулся вглубь помещения. Он не переставал искать выход, но в то же время не без интереса смотрел, во что превратилась остальная часть Лафиничи. В рампе на краю оркестровой ямы замерцали два огонька, и их слабое сияние отразило стоящее в центре сцены зеркало в золоченой раме. До этого момента Люций не замечал зеркало, и теперь позволил сновидению подвести себя ближе. Он обогнул оркестровую яму, где сотканные из обрывков плоти и темного света существа развлекались с внутренностями музыкантов. Лоскуты кожи. Оторванные головы и руки до сих пор цеплялись за немногие уцелевшие инструменты. Словно в яме собрался жуткий ансамбль проклятых исполнителей. Люци ловким прыжком забрался на сцену. Он был фехтовальщиком, а не мясником. И это подтверждалось его телосложением, широкими плечами, узкими бедрами и длинными руками. Зеркало манило его к себе. Словно из серебряной глубины к его груди протянулся крепкий невидимый шнур. «Я люблю зеркала», услышал он когда-то давно от Фулгрима. Они позволяют постичь внутреннюю сущность вещей. Но Люций не желал ничего постигать. Его совершенство было нарушено предательским ударом кулака Локена, а Люций продолжил начатое собственным лезвием. Тот вопль до сих пор звучал в его голове, стоило только хорошенько прислушаться. А может, это кричал кто-то другой? Теперь уже трудно было это понять. Люций не собирался смотреться в зеркало, тем не менее с каждой секундой он подходил к нему все ближе и ближе. Что может он увидеть в стекле в своем сне? Самого себя или что гораздо хуже истину? Оно отражало пятно света, источник которого Люций увидеть не мог. Это казалось ему странным, пока он не вспомнил, что видит сон, где нельзя полагаться на логику и невозможно верить всему увиденному. Люций встал перед зеркалом, но вместо лица, которое он всеми силами старался забыть, перед ним предстало отражение привлекательного воина с орлиными чертами лица, крупным тонким носом и высокими скулами, над которыми сверкали его собственные золотисто-зеленые глаза. Черные волосы были зачесаны назад, а на полных губах играла улыбка, которая, если не знать о его боевом мастерстве, могла бы показаться хвастливой. Люций поднял руку и ощутил гладкость кожи. Ее ничем не запятнанное совершенство, напоминающее совершенство от полированного клинка. Когда-то я был очень красив, произнес он, и отражение на его тщеславное замечание ответило смехом. Люций сжал кулак, готовый в дребезге разбить свое насмехающееся отражение, но его двойник не повторил этого движения, уставившись куда-то поверх его правого плеча. В глубине зеркала Люций заметил отражение удивительного портрета Фулгрима, висевшего над руинами разгромленного просцениума. Как и его собственное лицо, портрет не соответствовал воспоминаниям. И если раньше он был ярчайшим воплощением невероятного могущества и силы, и его диковиные цвета и вибрирующая текстура своей смелостью стимулировали сильнейшие эмоции, то теперь это было обычное полотно. Краски утратили живость. Линии лишились своей резкости, а черты лица стали мелкими и невыразительными, как будто оно было создано небрежными мазками обычного смертного странствующего художника. Но, несмотря на явную прозаичность произведения, Люций заметил, что глаза на портрете выполнены с потрясающим мастерством, и в их глубине плещутся почти непереносимые боль и страдания. После темных преобразований, произведенных над его плотью апотекарием Фабием, Редкий предмет привлекал внимание Люция, больше, чем на одно мгновение. А сейчас он не мог отвести взгляда от глаз на портрете и слушал отчаянный вопль, доносящийся из невероятных мест и времен. Этот бессловесный крик граничил с безумием, порожденным вечностью заключения, а взгляд выражал немую мольбу об избавлении и забвении. Люций чувствовал, как глаза притягивают его к себе, и вдруг в нем что-то шевельнулось, какое-то первобытное существо, только что пробудившаяся и в чем-то родственное, отраженному образу. Гладкая поверхность зеркала, словно поверхность пруда, подернулась рябью, как будто стекло тоже ощутило это родство. Дрожь поднималась к поверхности из непостижимых глубин. Люций, не желая сталкиваться с тем, что могло появиться в зеркале, потянулся к мечам и ничуть не удивился, осознав, что оружие пристегнуто к поясу, а сам он полностью облачен в боевые доспехи. Клинки мгновенно взметнулись в его руках, и он крест-накрест ударил по зеркалу. Тысячи острых осколков полетели прямо в него, уродая близкое к совершенству лицо, рассекая плоти кости, и люций закричал, но его крик был заглушен чьим-то плотным, разочарованным воплем. Так кричал тот, кто понимал, что их мучением не будет конца. Люций проснулся мгновенно, его усовершенствованное тело сразу же перешло от сна к бодрствованию. В следующую секунду он схватил мечи, лежащие рядом с койкой, и вскочил на ноги. В его комнате уже давно постоянно горел яркий свет, и Люций крутанул мечи, стараясь отыскать любые изменения, которые могли бы предвещать опасность. Помещения заполняли яркие картины, нестройные звуки и мрачные трофеи из черных песков Иства на пять. По соседству с большеголовой статуей, взятой из галереи мечей, стояла бедренная кость чужака, убитого им на 28-2. Длинное, невероятно острое лезвие эльдарского кричащего меча висело на стене рядом с лапой клинком, отсеченное тело противника на убийце. Да, все осталось на своих местах, и Люций немного расслабился. Не заметив ничего необычного, он еще раз крутанул мечи, бессознательно демонстрируя свое искусство, а затем убрал их в золоченные ножны, украшенные ониксом, которые висели у изголовья кровати. Его дыхание участилось, мышцы горели, а сердце выбивало такую дробь о грудную клетку, как будто Люций изнемогал от усталости после тренировочного поединка с самим Примарком. Ощущение доставило ему удивительное наслаждение, но рассеялось так же быстро, как и возникло. Как и всегда бывало, в подобных случаях радость сменилась горьким разочарованием. Он поднял руку, прикоснулся к своему лицу. Твердые шрамы, крест на крест, пересекавшие некогда безупречные черты, вызвали у него одновременно облегчение и отвращение. Он сам изуродовал свою внешность кинжалом и стеклом. Но первым удар нанес Локин. Люций на серебристом лезвии меча своего примарха дал страшную клятву, также обезобразить лицо лунного волка. Но Локин погиб, обратившись в пепел на руинах мертвого мира. Меч с серебристым лезвием подарил ему примарх Фулгрим. Когда звезда Люция взошла и засияла, не уступая блеску Юлия Каесарона и Мария Вайросиана, тогда же первый капитан предложил ему другое помещение, расположенное ближе к бьющемуся сердцу легиона. Но Люций предпочел остаться в давным-давно отведенной ему комнате. По правде говоря, он с презрением относился к Каясарону, И отказ, вызвавший в глазах капитана огонь негодования, доставил ему мгновенное наслаждение. Даже теперь он с удовольствием вспоминал тот момент и гнев Сарона. Он не желал становиться частью командной структуры. Он и сейчас хотел только одного – оттачивать свое и без того непревзойденное искусство, владение мечом и достигать новых вершин совершенства. Кое-кто из воинов легиона отказался от этого стремления, как от напоминания о временах, когда их можно было считать имперскими декоративными собачками. К чему теперь доказывать императору свое совершенство? Но Люций думал иначе. Хотя лишь немногие понимали сущность, отталкивающей соблазнительных созданий, пирующих в ужасном шуме моровилья, Люций подозревал, что они являются проявлениями стихийных сил, более древних и великодушных в своих благословлениях, чем все, что мог предложить империум. Его совершенство должно было стать служением этим силам. Люций присел на край кровати и постарался воскресить суть своего видения. Он прекрасно помнил развалины внутреннего убранства Лафиничи и ужасное состояние полотна над окровавленной сценой. Но что касается глаз, это были глаза Фулгрима. Таким примарх был до того момента, когда Легион вступил на новый путь. И несмотря на отразившуюся в них боль, они казались более знакомыми, чем то, что Люций наблюдал после Иства на пять. Сражение изменило Фулгрима, но кроме Люция, казалось, никто этого не заметил. Он видел почти неуловимые метаморфозы в своем возлюбленном примарке. Нечто невыразимое, но несомненно существующее. Люци ощущал эти перемены, как звучание ненастроенной струны в арфе, как на волос сбившийся фокус изображения. Если кто-то и разделял его мнение, этот вопрос не обсуждался, поскольку примарк не только не терпел сомнений, но и не проявлял милосердия, выражая свое недовольство. Тот фулгрим, что вернулся из окровавленной пустыни мертвого мира, не обладал ни остроумием, ни проницательностью фениксийца, и его рассказы о прошлых битвах звучали неискренне, как у человека, который слышал о яростных сражениях, но не принимал участия в достижении побед. Ощущение того, что в Лафиниче он был призван не без причины, не проходило, и Люций обратил взор к портрету, висевшему прямо напротив его кровати. Это произведение было последним, что он видел перед нечастыми периодами отдыха, и первым, на чем останавливался его взгляд сразу после пробуждения. Это лицо в одинаковой мере дразнило его и вдохновляло. Его собственное лицо. Сирена де Анджело создала этот шедевр специально по его заказу, и в стремлении к совершенству, на какое только способен смертный, вложила в него свою душу. К таким высотам осмеливались подниматься только дети императора, и если легион сумел преодолеть грань, то художница погибла. Его изуродованное лицо смотрело из золоченой рамы, вызывая одну и ту же мысль, преследующий его в видениях наяву, словно неотвязная чесотка. Несмотря на свою невероятность, эта мысль никак не исчезала. Под обликом и плотью примарха скрывалось неизвестное существо, но не фулгрим. После событий на Иствани путь к Гелиополису тоже изменился. Прежде этот широкий проспект, обрамленный колоннами из Оникса и проходящий вдоль главной оси корабля, отличался сдержанной торжественностью, а теперь превратился в шумный бедлам. Под тенью колонн, где когда-то стояли золотые воины с длинными копьями, обосновались толпы просителей, искавших возможности хотя бы мельком лицезреть величие примарха. В прежние времена весь этот сброд был бы немедленно удален. Но теперь их никто не трогал, и целый океан ноющих людишек, чьи мольбы тешили тщеславие Фулгрима, затопил все проходы. Люций презирал их, но в моменты откровения в душе признавал, что причина его презрения было то, что они восторженным благоговением славили имя Фулгрима, а не его собственное. Врата Феникса были сорваны с петель во время безумия, последовавшего за представлением Моравильи а потом окончательно разрушены в ходе Истванского сражения. Орел, венчавший резную статую императора, частично оплавился и раскололся при попадании мелтоснаряда. Буйство порчи едва не уничтожило гордость императора. Но в конце концов Фулгрим положил конец безумию и восстановил некое подобие порядка. Название флагманского корабля вызвало у Люция громкий смех, прозвучавший криком «Банши!». Этот крик исторг – восторженные вопли у ногих и лишенных кожи фанатиков. Многие воины легиона и громче всего Юлий Каесарон, вдохновленный примером сынов Хоруса, призывали сменить и название корабля, и название легиона. Но примарх отверг все их требования. Все символы их прежней лояльности должны были остаться злорадным напоминанием врагам о том, что они сражаются против своих братьев. После гибели Феруса Мануса Хорус Луперкаль благосклонно относился к их легиону, и воинов подхватила волна эйфории и восторженного возбуждения. Но, как и всякая волна, изменчивая эйфория отхлынула, оставив детей императора перед зияющей пустотой этой новой жизни. Кое-кто, подобно Люцию, использовал эту пустоту для повышения воинского мастерства, тогда как другие предались удовлетворению запретных и скрываемых до сих пор желаний и наклонностей. Ослабление контроля привело к тому, что целые отсеки корабля заклеснула разнузданная анархия. Однако вскоре последовал приказ, восстановивший относительную дисциплину. Странная это была дисциплина. Эксцентричное поведение поощрялось в той же мере, в какой и наказывалось. Награда и наказание тоже частенько выражались совершенно одинаково. Вследствие этого легионеры стремились отыскать в своей только что обретенной вере новый смысл поскольку воинам требовалась действующая система управления. Они по-прежнему оставались воинами, хотя и не на войне. Согласно полученным приказам, легион покинул Истван, но дальнейшими планами магистра войны примарх с легионом не делился. Никто не знал, в какую зону боевых действий они направляются и какому противнику предстоит ощутить удары их клинков. И эта неопределенность всех раздражала. Даже старшие офицеры легиона не могли похвастаться хоть какой-то осведомленностью, и все были уверены, что объявленный примархом сбор в Гелиополисе положит конец неведению. При виде Эйдалона, выходящего из бокового коридора, Люций крепче сжал рукоять лаэрского меча. Лорд-командор ненавидел его и никогда не упускал случая напомнить Люцию, что на самом деле он здесь чужой. Бледная восковая кожа на лице Эйдолона туго натянулась вокруг раздувшихся глазниц, Выступающие сухожилия подрагивали на шее, а его нижняя челюсть двигалась плавно и обособленно, словно у змеи. Его доспехи украшали полосы яркого пурпурного и насыщенного голубого цветов, образующие непостижимый рисунок, не имеющий ничего общего с камуфляжем. Так что Люцию потребовалось некоторое время, чтобы зрение привыкло к такой расцветке. Подобная яркость в последнее время стала нормой для легиона, и воины соревновались друг с другом в экстравагантности. Люций лишь недавно начал изменять свою броню, украшая доспехи перекошенными вопящими ликами. Его наплечники с внутренней стороны были утыканы зазубренными металлическими шипами, раздирающими кожу при любом движении рук. Длина и угол наклона шипов были тщательно рассчитаны таким образом, чтобы причинять сильнейшую боль. Стоило только ему взмахнуть мечом. Эйдолон со всхлипом втянул в себя воздух, и челюсти под кожей, казалось, разошлись, а затем снова соединились. «Люций!» — произнес он, выплевывая слово таким тоном, что оно отозвалось в мозгу мечника диссонирующим аккордом, доставившим немалое удовольствие. «Твое присутствие здесь нежелательно, предатель!» «И тем не менее я здесь», — ответил Люций, игнорируя Эйдолона и продолжая шагать вперед. Лорд-командор догнал его и попытался схватить за руку. Люций мгновенно отпрянул в сторону, его мечи сверкнули серебром и неуловимым движением метнулись к шее Эйдолона. Чтобы обезглавить его, хватило бы одного легкого поворота запястья. Люций заметил радость на лице Эйдолона. Его напрягшиеся связки на шее и расширенные черные дыры зрачков. Я снес бы тебе голову, как Чермасиану, заявил Люций, если бы не знал, что это доставит тебе удовольствие. Я помню тот день. Я поклялся, что убью тебя за это, и все еще намерен это сделать. Не думаю, что у тебя получится. Ты недостаточно искусен. «Никому и никогда не сравнится со мной!» Эйдолон расхохотался, отчего его лицо будто пересекла разверстая рана. «Ты высокомерный ублюдок, и когда-нибудь надоешь примарху. Вот тогда ты окажешься в моих руках. Может, надоем, а может и нет, но это случится не сегодня», парировал Люций, ловко обходя Эйдолона. Приятно было в гневе обнажить мечи и ощутить под их лезвиями мягкую упругость плоти. Он хотел бы убить Эйдолона, поскольку тот с самого первого момента их знакомства был для него занозой в боку. Но не годится лишать примарха одного из самых ревностных его приверженцев. «Почему не сегодня?» – потребовал объяснение Эйдолон. «Мы накануне битвы», – пояснил Люций. «А в такой день я никого не убиваю». 2. Массивные стены из белого камня обезобразили пятна крови и краски, и огромные мраморные статуи, поддерживающие кессонный купол потолка, изображали уже и не героев единства и легиона. Теперь зал кишел большеголовыми фигурами древних лаэранских богов, скрытными существами, с опущенными или смотрящими в сторону лицами, словно хранящими мрачные тайны. Между рифлеными пилястрами и зеленоватого мрамора свисали изодранные знамена. Их ткань потемнела и обветшала в пламени перерождение легиона. Пол Гелиополиса, выложенный черной мозаикой, содержащий кусочки мрамора и кварца, был задуман в виде небесного диска, отражающего столб звездного сияния, проходящего сквозь центральный купол. Этот цвет сиял и сейчас, только ярче и пронзительнее, чем прежде, и полированный пол отражал его с ошеломляющей интенсивностью. Прежде вокруг всего зала совета от центра вверх вдоль стен поднимались ряды резных скамей, напоминающих ярусы гладиаторской арены. Теперь же все скамьи были разрушены, поскольку никто не должен сидеть выше, чем примарк детей императора. И груды обломков образовали в центре зала постамент, неровный и поблескивающий, словно курган первобытного идола. На вершине получившейся платформы стоял великолепный черный трон, отполированный до зеркального блеска. Его царственное величие сочли достойным примарха детей императора. И трон остался единственным свидетельством предыдущей жизни Гелиополиса. Из железных рупоров, вокс-динамиков, гремела оглушительная какофония. Вопли умирающих в черных песках лоялистов и грохот сотен тысяч выстрелов смешивались с музыкой боли и наслаждения. Эти звуки означали гибель Империума, поворотный момент в истории. Они будут повторяться снова и снова, и воины, участвующие в этих событиях, никогда не устанут их слушать. В зале собралось около трех сотен легионеров, и многие из них были знакомы Люцию по сражению на Истване-5. Первый капитан Каэсарон, Марий Вайросиан, Суровый Калим из 17-й роты, апотекарий Фабий, Напышенный Крисандр из 9-й, и десятки других, которым он успел дать пренебрежительные прозвища. Многие из них уже давно состояли в легионе, другие недавно привлекли, изменчивая внимание примарха. Но большинство присутствующих были членами братства Феникса, последовавшие за своими лидерами. Название их тайного ордена, как и название корабля, осталось неизменным. Люций протолкался сквозь толпу и подошел к Юлию любой любуясь прекрасно изуродованными чертами лица первого капитана. Воин железных рук так изранил голову Каесарона, как не сумел бы сделать и сам Люций. И хотя Фаби реконструировал большую часть его безволосого черепа, лицо так и осталось ужасной маской из искусственно созданной плоти, пришитой к сплавленным костям, с мутными слезящимися глазницами и обугленным шрамом цвета закаленной меди. Но какими бы удивительными ни были благословенные изменения в лице Юлия Каесарона, они все же уступали повреждениям, полученным Марием Вайросианом. Если облик первого капитана пострадал от рук противника, то Марий Вайросян был одарен во время выброса энергии, вызванного Моровилией. Колючая проволока удерживала челюсти капитана в открытом состоянии, как будто он все время кричал. Его глаза воспалились и покраснели от жестких уколов проволоки, не позволявшей им закрыться. По бокам его удлиненного черепа, на тех местах, где прежде были ушные раковины, зияли две открытые V-образные раны, Доспехи обоих капитанов причудливо украшали острые шипы и лоскуты кожи, содранные стел, тел, усыпавших паркет лафиничи. Тем не менее, несмотря на яркое убранство и бросающиеся в глаза увечья, Люций видел в кайсороне и Вайросиане осколки прошлого. Оба офицера хранили собачью преданность примарху, но для истинного блеска им не доставало ни амбиций, ни выдающихся талантов. «Капитаны!» — произнес он вкладывая в это приветствие соответствующую их рангу долю уважения и презрения. Похоже, что война, наконец, снова призывает нас. «Люций!» — отозвался Вайросян, слегка склонив голову. При этом его челюсть щелкнула, и из неровно расширенного отверстия вылетели слова, разобрать которые не представлялось возможным. Подобное косвенное оскорбление со стороны Люция наверняка повлекло бы за собой кровавую расправу, но его звезда все еще была на подъеме. Эйдалон с его способностью всегда чуять, откуда дует ветер, это прекрасно знал. И Вайросиан тоже понимал это. Каесарон, которого трудно было чем-то испугать, повернул в сторону Люция свой затуманенный взгляд. Выражение его лица невозможно было определить из-за поврежденных мимических мышц и связок. «Мечник!» – прошипел Каесарон, приоткрыв рот, напоминающий кровавую рану. «Ты червь! И хуже того, червь тщеславный! Ты мне льстишь, первый капитан! Люций с полным равнодушием встретил его враждебный взгляд. «Я просто в меру своих сил служу примарху. Ты служишь только себе и никому больше», — бросил Каэссарон. «Я жалею, что не оставил тебя на Истване вместе с другими, не достигшими совершенства. Думаю, следовало убить тебя, положить конец твоей ущербной жизни». Люций взялся за рукоять лаэрского меча и склонил голову на бок. «Я с удовольствием предоставлю тебе возможность попытаться, первый капитан», — сказал он. Кайсарон отвернулся, и Люций насмешливо фыркнул. Он знал, что Кайсарон никогда не пойдет дальше открытых угроз. Люций выпотрошил бы его в первые же мгновения поединка. И сама мысль об убийстве первого капитана вызвала в его теле трепет наслаждения. «Есть какие-то новости о том, куда мы направляемся?» — спросил Люций. «Зная, что ни Кайсарону, ни Вайросиану это неизвестно» а показать окружающим свою неосведомленность будет крайне неприятно. Вайросиан покачал головой. «Это знает один только фениксиец», — сказал он своим гулким голосом, прозвучавшим словно раскат акустической пушки. «Разве вас не оповестили?» — усмехнулся Люций. Наблюдая, как в проходе исчезнувших врат Феникса появилась шеренга носильщиков в надвинутых капюшонах и с тяжелыми железными бочонками на спинах, они казались ему муравьями, доставляющими пищу. Я думал, воины вашего ранга должны быть в числе первых, кто узнает о цели легиона. Или вы впали в немилость у примарха? Вайросиан, проигнорировав очередную колкость, просто кивнул. А Эйдолон, будучи любителем погреться в лучах славы, придвинулся к Каесарону. В прежние времена первый капитан считался одним из ближайших сподвижников Фулгрима. И хотя Фениксиец не поддерживал былые связи, Большинство воинов легиона продолжали с уважением относиться к первому капитану. «Большинство, но только не я», — подумал Люций, и довольно усмехнулся, заметив честолюбивый блеск в глазах Эйдолона. Его забавляло стремление лорда-командира держаться вблизи тех, кому благоволил примар, и презрение к этому субъекту вспыхнуло в его груди с новой силой. «Похоже, что Фулгрим выставляет остатки победного вина», — с притворным добродушием заметил он. У нас это принято только накануне битвы. Обычай старого легиона, резко отозвался Вайросян своим хриплым булькающим голосом. «Мы все-таки выпьем за грядущую победу», заявил Люций и размашистым жестом обнажил мечи, стараясь, чтобы все заметили серебряный блеск клинка, подаренного ему фулгримом. «Выпьем по воле Хоруса или Фениксийца, для повелителей расточительности это не имеет значения», «Нам не пристало почитать тех, кем мы были до своего преображения», — произнес Айдалон. «На Истване умерло не все наше прошлое», — возразил Люций, довольный очередным заискиванием, прозвучавшим в словах лорда-командора. Фляги с победным вином поставили вокруг черного трона, в столбе ослепительного света. По залу распространился сильный и резкий, словно паяльная кислота запах. Собравшиеся воины, превосходно осознавая символизм напитка, наклонились вперед, чтобы в полной мере вдохнуть ядкий аромат. В предвкушении новых сражений в венах Люция быстрее побежала кровь. Вынужденное бездействие во время полета Сыствана почти истощило его терпение. Ему просто необходимо было ощутить горячую кровь, брыжущую из рассеченной артерии, и внутренний трепет при встрече с фехтовальщиком, равным ему по мастерству. Он попытался вспомнить имена достойных фехтовальщиков, верных императору легионах но так и не смог выбрать таких, кто мог бы с ним соперничать. Сигизмунд из железных кулаков был опытным мастером, но действовал слишком однообразно. Нера из 13-го легиона обладал незаурядным талантом, но размахивал мечом будто по учебнику. В памяти Люция всплыли и другие имена. Но какими бы искусными ни были эти фехтовальщики, ни один из них не достиг тех высот мастерства, на которые поднялся он сам. «Возможно, мы, наконец, направляемся на Марс», — предположил он. Перелет был достаточно долгим. Наверное, мы готовимся объединиться с другими флотилиями для наступления на Красную планету, как приказал Хорус. Магистр войны подхватил Эйдолон, сморщив лицо в ребяческом восторге. Ему известно мое имя, и я несколько раз удостаивался его похвалы. У Люция на этот счет имелось собственное мнение, но не успел он развеять фантазии Эйдолона, как из трансляторов висевших между пилястрами, снова раздался шум. Вопли рождения и смерти сталкивались в чарующем диссонансе, как будто заиграли миллионы оркестров, в которых не было ни одного настроенного инструмента. Эта смесь нестроенных звуков вызвала такой восторг воинов, что они отозвались в ответ громогласным ревом. Из-под купола в зал пролился каскад ослепительного света, сравнимого по яркости со вспышкой, сопровождающей ядерный взрыв. Сенсорный аппарат, деформированный апотекарием Фабием, Наводнил нервную систему детей императора мощными волнами биоэлектрических выбросов, и воины завопили, реагируя на сигналы удовольствия и боли. Какофония звуков и света заставила их биться в судорогах и дергаться, словно в эпилептическом припадке. Кто-то раздирал себе кожу, другие бросались на соседей или разбивали в кровь кулаки, стучаями об пол и выкрикивая нечленораздельные проклятия. Люций сдерживал свое тело, преодолевая эмоции и от этого получал еще больше наслаждения. С его губ сорвались капли, смешанные с кровью слюны, а кости и плоть вибрировали в такт совершенной симфонии безудержного безумия. Весь легион кричал, охваченный лихорадочным восторгом, но это была лишь прелюдия. В потоке света шевельнулся силуэт. Карающий ангел, бог, обретший плоть и облик в совершенном олицетворении невоздержанности. Фулгрим, закованный в боевые доспехи цвета кровавого заката, словно ярчайший из комет, пролетел сквозь свет и со стуком опустился на мозаичный пол. Развивающаяся мантия золотого кольчужного плетения взметнулась за его спиной парой ангельских крыльев. Длинные волосы снежной лавиной спадали на плечи, а тонкое, почти эльфийское лицо горело неудержимой силой. Фулгрим отказался от яркого грима и ароматических масел, и теперь его лицо, мертвенно-бледное и почти бесплотное, походило на лицо призрака, облаченного в сверкающей зеркальным блеском доспехи. В его глазах, словно в двух черных омутах, не было ни искорки света, а губы изогнулись в улыбке, свидетельствующие о знании, мельчайшая частица которого испепелила бы любой разум, кроме разума примарка. Люций присоединил свой голос к хору соратников, приветственных воплях, в гимне бесчинства и смятения, прославляющим Верховного Повелителя. От одной только близости фениксийца кровь загорелась огнем. Фулгрим остановился, поднял руки и запрокинул голову, с восторгом принимая свидетельство их преданности. Какофония в вокс-трансляторах немного утихла, и тогда Фулгрим, наконец, соизволил окинуть взглядом своих воинов. С его плеч не спадала золотая мантия, а блеск серебряной кольчуги из-под искусно выкованного нагрудника напоминал звездный свет. На поясе из мягкой черной кожи с янтарной пряжкой висели эбеновые ножны, украшенные жемчугом и потемневшей слоновой костью. Анафем. Этот меч был хорошо знаком Люцию. И хотя оружие принадлежало величайшему из всех воинов, он не мог не представить себе, как было бы прекрасно держать клинок в собственных руках. Фулгрим, ощутив его пристальное внимание, обратил взгляд обсидианово-черных глаз в сторону Люция и улыбнулся словно подтверждая существование между ними связи, о которой знали лишь они двое. Люций почувствовал мощь его взгляда и постарался глубже спрятать свои подозрения. Он улыбнулся в ответ и полоснул себя мечами по лбу. Кровь брызнула из ран на глаза, потекла по лицу и попала на высунутый язык, доставляя ему наслаждение своим едким прогорклым вкусом. «Дети мои!» — заговорил Фулгрим, как только безумие слегка улеглось. «Я принес вам блаженство!» Три. Еще мгновение Фулгрим наслаждался ликованием своих воинов, а затем поднял руки, призывая к тишине. Его взгляд в одно и то же мгновение казался божественным, смиренным, опьяняющим и жестоким. Жуткие черные глаза примарха вселяли ужас в сердца всех его воинов без исключения. Фулгрим обошел вокруг возвышения, на котором стоял его трон и взглянул на это величественное сооружение с некоторым сомнением, как будто не был уверен, что трон предназначен именно для него. «Вы проявили незаурядное терпение, сыны мои», — сказал Фулгрим, остановившись у подножия кургана. «А я был к вам несколько невнимателен». Раздался громкий хор сотен протестующих голосов, но Фулгрим остановил возражение поднятой ладонью и слегка осуждающей улыбкой. «Нет, это правда и я ни словом не обмолвился о нашей цели, оставив своих детей во тьме неведения. Можете ли вы простить меня?» И снова Гелиополис огласился бурей невообразимых криков, недоступных для глоток простых смертных. Воины падали на колени, били себя в грудь, но большинство просто вопило без слов. Фулгрим принял их хвалу. «Вы оказываете мне огромную честь», — сказал он. Люций внимательно наблюдал, как Фулгрим обходит стоящий на возвышении трон, изучал каждое его движение и жест, отыскивая какой-нибудь признак того, что эта удивительная личность на самом деле является кем-то или чем-то другим. Облик примарха, облаченного в боевые доспехи, действовал возбуждающе. Он не был ни кричащим, ни вульгарным, а просто совершенным. Казалось, что в своем восхождении к вершинам совершенства он смог отказаться от всех внешних проявлений связи с князем тьмы. Стоило только заглянуть в его черные глаза, чтобы осознать способность примарха к чрезмерности в любой ее форме. Фулгрим в полной мере испил из колодца ощущений, и без его неиссякающей щедрости жизнь была бы пустой и бесцветной, лишенной всех радости и смысла. «Я принес победное вино и сладость войны, чтобы вы могли насытиться ими», — сказал Фулгрим. Я принес вам симфонию сражений, блаженство экстаза и восторг мучительной гибели наших врагов. Мы проделали немалый путь после пиршества огня на истване. И я решил, что настал час омыть наше оружие кровью противников. Слова примарха вызвали очередную бурю восторженных воплей. И он принимал поклонение как неожиданный подарок, а не как запланированную реакцию. Фулгрим взмахнул своими тонкими, почти нежными пальцами. И в центре зала вспыхнул мерцающий орел в котором вокруг ярко-горящей звезды разворачивался гравитационный танец планет. Перед вами система, которую я назвал скопление-призматика, объявил Фулгрим, пока фокус галалитического изображения приближался к пятому из миров названной системы. Вся планета, словно полярным огнем, была окружена разноцветным ореолом. И по мере увеличения изображения Люций сумел рассмотреть мир, в котором чередовались пересекающиеся черные и блестящие полосы. Вдоль оси вращения двигались огромные орбитальные станции, оборудованные грузовыми манипуляторами, технологическими установками и доками для сухогрузов. Блеск стали и железа указывал на присутствие нескольких таких судов, а мигающие огоньки, рассыпанные между ними, явно были платформами планетарной обороны. Вот здесь я решил предоставить вам возможность доказать свою любовь к примарху Детей Императора», — продолжал Фулгрим, проходя сквозь изображение и позволяя гололитическому миру омыть его безукоризненные черты отраженным сиянием звезд. Прихвостни марсианских жрецов заполнили этот мир своими строительными агрегатами и словно варвары роются в почве, а потом отправляют кристаллы на Марс. Рядом с изображением появились на сферические столбы бегущих цифр, отображающих тоннаж кораблей, объем добычи и отчислений десятины. И Люций несколько мгновений изучал сведения. Но затем это ему наскучило, и он сосредоточился на блестящей зеркальной поверхности самой планеты. Казалось, она не представляет ни материального, ни стратегического интереса, кроме быстро проходящего эстетического удовольствия. Он не увидел в этом мире ничего, что могло бы привлечь внимание примарха. Неужели он что-то упустил? Что мог увидеть здесь Фулгрим? Может, это очень редкие кристаллы, необходимые для жизненно важных технологических процессов? Люций сразу же отбросил эту мысль, как незначительную. Если добычей занимаются марсианские жрецы, значит кристаллы важны для деятельности Империума. Но слишком уж это глухое захолустье, чтобы пускать в ход силы легиона. Хулгрим продолжал наблюдать за неспешным вращением призматики 5, словно завороженной сверкающей красотой мира. Его губы беззвучно шевелились, а на лице играла улыбка, как после удачной шутки или остроумного замечания, высказанного невидимому собеседнику. В голове Люция возникла неприятная мысль, но он сдержался, понимая, что высказывать ее вслух было бы неблагоразумно. Очевидно, та же мысль посетила и Айдолона. Но у лорда-командора не хватило здравого смысла держать рот на замке. «Мой лорд, я не понимаю!» — начал Эйдолон. «Какую цель мы здесь преследуем?» Фулгрим повернулся на голос, и его лицо мгновенно исказило злобная гримаса. Он с нескрываемым раздражением устремился к Эйдолону, а Люций, чтобы не попасть под горячую руку, поспешно отошел в сторону. Фулгрим одним ударом отбросил лорда-командора назад, словно докучливое насекомое. Эйдолон с расколотой броней и разбитым в кровь лицом рухнул на груды мусора, оставшегося после уничтожения ярусов. «Ты смеешь сомневаться в моих приказах?» — взревел Фулгрим, возвышаясь над распростертым воином. «Нет, мой лорд, я просто...» «Червь!» — закричал Фулгрим. «Я выразил свое желание, а ты ставишь его под вопрос...» «Я...» «Молчать!» — приказал Фулгрим, и, схватив перепуганного Эйдолона за горло, поднял его вверх. При виде болтающегося в воздухе Эйдолона Люций ощутил волнующее предвкушение. Он видел, как Фулгрим в приступе ярости сломал литую шею божества чужаков и знал, что Эйдолону не устоять перед мощью примарка. На лице лорда Командора отчетливо проступило выражение страха. Чувство настолько необычное для астартов, что люций даже облизнулся. Я твой царь и бог, а ты осмеливаешься меня оскорблять, сказал Фулгрим. Чей гнев трансформировался в уничижительное презрение. Я предлагаю вам войну, а ты платишь вопросами и сомнениями. Или подобная компания тебя недостойна, или ты слишком хорош, чтобы воевать под моим началом. Ты так считаешь? Нет, крикнул Эйдолон. Я, я только хотел узнать. Узнать что? злобно бросил Фулгрим, забыв о презрении и снова впадая в ярость. Говори, тварь, выкладывай на чистоту! Эйдолон беспомощно извивался в руке Фулгрима и постепенно багровел, не в силах противостоять его хватке. «Разве нам не было приказано отправляться к Марсу?» — вымолвил он, чередуя слова с отчаянными вдохами. «Не задержит ли нас это на пути к флотилии воителя?» «Хорус мне брат, а не господин, и я не обязан подчиняться его командам». — огрызнулся Фулгрим, с таким видом, будто упоминание Эйдолоном имени Хоруса Луперкаля нанесло ему чудовищное оскорбление. «Кто он такой, чтобы отдавать мне приказы? Я — Фулгрим. Я — фениксиец, а не мальчик на побегушках. Если Хорус считает, что может атаковать Терру, как помешавшийся от запаха крови берсеркер, он глупец. Нельзя просто взять и напасть на один из самых охраняемых миров галактики. Такую цель можно поразить только хитростью. Ты понял?» «Да, мой лорд!» — прохрипел Эйдолон. Однако гнев Фулгрима еще не улегся. «Я тебя знаю, Эйдолон! Не думай, что это не так!» — предупредил примар, бросив задыхающегося Эйдолона и отвернулся к мерцающему изображению планеты. «Ты вечно суешься со своими язвительными замечаниями и из-под подрываешь мой авторитет. Ты червяк в сердцевине яблока, а я не потерплю никого, кто своими сомнениями готов вонзить нож в спину». Эйдолон, распознав в словах Фулгрима чудовищную угрозу, упал на колени. «Мой лорд, прошу вас!» — молил он. «Я верен вам! Я бы никогда вас не предал!» «Предал!» — воскликнул Фулгрим. Он резко развернулся и обнажил серое блестящее лезвие Анафима. «Ты осмеливаешься говорить о предательстве? «Здесь, перед собранием моих верных подданных, да ты еще больший глупец, чем я думал!» «Нет!» — закричал Айдолон. Но Люци уже понял, что он напрасно тратит дыхание. К чести Айдолона он тоже это понял и потянулся к мечу в тот момент, когда Фулгрим шагнул вперед, намереваясь нанести смертельный удар. Эфес меча Эйдолона едва успел расстаться с ножнами, как анафем рассек его шею и голова отлетела в воздух со звонким шлепком она ударилась о мозаический пол и покатилась остановившись лишь у одной из фляг с победным вином глаза лорда командора моргнули а губы растянулись обнажив разбитые зубы в таком выражении ужаса что люци едва сдержал смех фулгрим отвернувшись от упавшего тела эйдолона поднял отрубленную голову из рассеченных сосудов обильно текла крот и фулгрим обошел зал направляя застывающие капли в открытые фляги с вином «Пейте, дети мои!» — произнес он, словно ничего особенного не произошло. «Наполняйте свои чаши и пейте за победу, которой я вас приведу. Мы выиграем войну на призматике и покажем воителю, как надо вести эту кампанию». Дети императора ринулись вперед. Им не терпелось воспользоваться даром своего примарха. Фулгрим, не выпуская из рук голову Эйдолона, поднялся к трону и, прежде чем сесть, расправил свою золотую мантию. Затем он принялся наблюдать за своими воинами, и его взгляд снова приобрел покровительственное и слегка снисходительное выражение. Люций стал вспоминать все движения Фулгрима с того момента, когда он обнажил меч, чтобы обезглавить лорд-командора. Опытный глаз фехтовальщика проанализировал каждый шаг примарха, каждый поворот его плеч и движение бедер перед смертельным ударом. Одно движение плавно перетекало в другое, словно иного варианта просто не существовало. Безупречное тело примарха все время сохраняло непоколебимое равновесие, и тем не менее Люций обнаружил то, чего не смог бы заметить никто, кроме величайшего мастера меча. И это наблюдение вызвало в нем трепет волнения и разочарования. Мысль казалась невероятной, даже изменнической, но Люций не смог удержаться от логического заключения. «Я мог бы победить тебя», — думал Люций. Если бы мы прямо сейчас сошлись в поединке, я убил бы тебя. 4. Воины Механикум были сильными противниками. Их аугментация и оснащение намного превосходили уровень обычных смертных. Но Люций сомневался, чтобы они получили хоть какие-то зачатки знаний для ведения ближнего боя. Танцующей походкой он двигался сквозь бурлящую толпу, и его мечи, описывая молниеносные дуги, рассекали жизненно важные сосуды, отрубали конечности и сносили черепа. Воины подверглись улучшению, чтобы стать массивнее и сильнее большинства людей, но их мощи не доставало умения. Любого человека можно накачать средствами для увеличения роста и внедрить в его тело массу боевой аугметики. Но что толку, если он не умеет всем этим пользоваться? Против Люция вышел вооруженный сервитор, закованный в лазурную боевую броню и лишившийся почти всего, что можно было бы отнести к органической природе. Установленная на плече пушка выплюнула очередь снарядов, вырвавших осколки из блестящей вулканической скалы. Но Люций уже начал движение. Он перекатился под струей огня, отсек яростно вращающиеся стволы пушки и воткнул таранский клинок в узкую щель между брюшными пластинами брони сервитора. Из рана, словно из гидравлического пресса, вырвалась струя темной маслянистой крови, а Люций успел увернуться от протянутой к нему руки. Щелкающий, окутанный сиянием энергии коготь, опустился вниз, так что Люций смог использовать его в качестве трамплина. Запрыгнув на выступ, защищающий бедро пластины, он сделал сальто и встал на широкие плечи сервитора. Серебристое лезвие лайранского клинка вонзилось в бронированный череп, под крышкой которого взорвалось что-то мягкое и живое. В следующее мгновение Люций, довольный видом красной влаги на мече, пароворно спрыгнул с корпуса умирающего сервитора. Биомашина покачнулась, но не упала, хотя жизнь уже покинула ее. Люций прервал череду убийств, чтобы стряхнуть кровь с меча, и вдруг оглушительный взрыв поднял в небо тучи дыма и пыли. Воспламенившийся, неочищенный прометий в сочетании с насыщенным углеводородами воздухом образовал такую мощную смесь, что у Люция приятно закружилась голова. Вокруг него дети императора самозабвенно полили в гущу сражающихся воинов. То, что начиналось как тщательно подготовленное массовое истребление, превратилось в настоящую свалку. Основные очистительные и перерабатывающие комплексы охранялись сотнями аугментированных воинов. Но у них не было ни единственного шанса на успех. На защитников призматики были брошены три роты детей императора, так что вскоре здесь не останется ни одного выжившего. Люций, хотя и тщательно скрывал свои эмоции, не мог не признать правоты суждения лорда-командора Эйдолона, высказанного им перед гибелью. Флотилии во главе с Андронием и гордостью императора потребовалось всего 10 часов, чтобы пробить наружный охранительный рубеж и сокрушить орбитальную оборону. Были захвачены три грузовых транспорта, многокилометровые громадины, загруженные миллиардами тонн мерцающих зеркальных кристаллов. После того, как было покончено с орбитальными силами, в район основного производства, расположенный у южной оконечности огромного леса кристальных шпилей, Спустились эскадрилии грозовых птиц, и началась резня. Дети императора почти беспрепятственно продвигались по объятым пламенем обширным цехам и складам производственного комплекса механикум. Замершие буровые установки, напоминающие гигантских богомолов, выселись над сражающимися воинами, воздев к небу длинные сверлые фрезы. Марий Вайросян со своей ротой какафонистов атаковал западный сектор комплекса и с мрачной методичностью уничтожал его защитников. Пронзительные пульсации диссонансных звуков рождали между металлическими стенами зданий чудовищное эхо. Акустические залпы резонирующими частотами разрывали плоть на атомы. Звуковые волны стали причиной глубоких трещин в базальтовом основании планеты, вследствие чего строения начали падать, словно карточные домики. К ударному музыкальному крещенду присоединились вопли и стоны умирающих. И эта колоссальная симфония разрушения напомнила яростное безумие Моровильи. Люций старался держаться подальше от Мария Вайросиана, поскольку какофонисты во время сражения оставались фактически глухими и нечувствительными к любым звукам, кроме самых громких, а мечнику, чтобы не допустить ни единой оплошности, требовался отличный слух. На время сражения ему пришлось отказаться от удовольствия, вызываемого вихрями разрывающих нервы звуковых волн, Атаку на центр производства возглавил сам Фулгрим, окруженный громоздкими терминаторами гвардии Феникса. Юлий Каясарон сражался рядом с примархом, пробивая путь сквозь когорты боевых сервиторов и фаланги скитариев, обслуживающих автоматизированные огневые точки на ключевых пунктах. Но против колоссальной мощи фениксийца и воинов Каесарона они устоять не могли. Примарх олицетворял собой неудержимую разрушительную силу, а доспехи терминаторов делали воинов почти неуязвимыми. Даже немногие полученные раны только усиливали боевой экстаз. Фулгрим казался настоящим воплощением смерти и красоты. Его золотой плащ развивался за спиной, и отраженный солнечный свет рождал ослепительно яркие радужные дуги. Его броня сверкала неугасающим маяком, а серый меч безостановочно рубил соединенные в одно целое плоти железа. В бою он пел, выводя горестные стенания об утраченном Кемосе, о закате красоты и потерянной любви, которая никогда не вернется. Эта песня была прекраснее всего, что спела когда-либо Коралис Осенса. И то, что умирающие вокруг люди-машины были не в состоянии оценить величие обрывающего их жизнь оружия, казалось ужасающей несправедливостью. Они гибли, не зная о а выпавшей на их долю великой чести, и за это Люций ненавидел их. Из горящего здания вырвались фиолетово-черные тучи дыма, закрывшие от него примарха, и Люций разочарованно застонал. Ему пришлось оторваться от созерцания многочисленных схваток и вернуться к собственной боевой арене. Фулгрим доверил ему восточное крыло комплекса, и Люций со своими воинами осуществил несколько ложных маневров, которые с прозаичной эффективностью помогли ему выманить защитников из их укрытий. Вражеские контратаки были обескровлены одна за другой, пока линия защитников не истощилась, так что воины Люция двигались вперед, уже почти не встречая никакого серьезного противодействия. Сам Люций красно-серебристыми зигзагами проходил вдоль линии фронта, оценивая каждый очаг сопротивления и уничтожая любых достойных его внимания противников с непревзойденным мастерством и легкостью. Он запрыгнул на останки рухнувшей боевой машины, Отсек принцепсов этого 10-метрового гиганта был расколот снарядом и истекал розовой амниотической жидкостью. Люций видел, как машина вышла из бронированного ангара на краю линии обороны, и у него мелькнула мысль вступить с ней в бой. Но, несмотря на тщеславие, он со смехом прогнал эту идею. Только глупец осмелился бы в одиночку противостоять такому гиганту. Так что машина, не пройдя и десятка шагов, была разбита перекрестными залпами акустических пушек. Он поднял меч к мерцающему небу и, красуясь перед своими воинами, принял героическую позу. Вперед! Мы пройдем сквозь огонь и покажем этим механическим существам, что такое боль. Едва он успел выкрикнуть последнее слово. Как пелена дыма разорвалась, и земля вздрогнула от тяжелых шагов. Высоко над Люцием, в клочьях дыма, возникла зверская, ухмыляющаяся голова. Бронзовая маска, напоминающая морду мастифа, возвышалась над бронированной рубкой, увешанной потемневшими от жара знаменами и серо-коричневым корпусом с эмблемой золотого орла и скрещенных мечей. При появлении из развалин завода громадной боевой машины Люци ощутил восхитительно неожиданный удар ужаса. «Ах да!» — воскликнул он, они же всегда охотятся парами. В конечности боевой машины поднялись для стрельбы, и раздался стук тяжелых снарядов, поступающих в патронник колоссальных орудий. Люций с вызывающим видом, стоявший на останках собрата боевой машины, спрыгнул в тот самый момент, когда Титан выстрелил, едва не оглушив его грохотом тысяч молотов, ударивших по наковальне бога войны. Приземляясь, он перевернулся и на мгновение ослеп от вихря каменных осколков, пыли и выхлопных газов. За его спиной взметнулось яркое пламя, в котором виднелся почерневший силуэт титана. Теперь он пригнул голову, как будто вынюхивая след смельчака. Люций крепче сжал рукояти мечей. Орудия снова взревели, и детей императора накрыл шквал снарядов, поднимающих пласты земли до самого скального основания. От их взрывов раскалывалась броня и испепелялась плоть. И вопли умирающих прозвучали коротким, исполненным муки хором. В Титана ударил ответный залп, вызвавший яркие искры разрядов на его щитах. Крупнокалиберные снаряды выбивали брызги его невидимой энергетической защиты, словно камни, брошенные во флуоресцентную жидкость. Боеголовка ракеты взорвалась перед Титаном красным цветком перегретой плазмы. Затем воздух разорвали пронзительные акустические залпы, но щит выдержал. Хотя Люций видел, что до его распада осталось совсем немного. «Я здесь, ублюдок!» — закричал он, радуясь яркой радуге острых ощущений в своем теле. После манипуляций, проведенных апотекарием Фабием, его нервная система реагировала на мощные стимулы, посылая в мозг опьяняющие импульсы удовольствия и гормональные стимуляторы. В одно мгновение Люци стал еще более сильным, быстрым и чувствительным к окружающей обстановке. Собачья голова повернулась в его сторону. Из боевого горна раздался вой, полный мрачной ярости. Люций ответил не менее пронзительным воплем, вызывая противника на бой. Его усиленные чувства в одно мгновение регистрировали тысячи мельчайших деталей. Гладкую текстуру металлической кожи, округлые облачка дыма из орудий, Блеск разноцветных лучей на красной панели рубки. Капли охлаждающей жидкости из двигателя, скрытого под корпусом. И горьковатый металлический привкус сознания в его сердце. Все это и еще тысячи других ощущений промелькнули в голове Люция за долю секунды. Пораженный необычной интенсивностью ощущений он заморгал, стараясь избавиться от ярких пятен на сетчатке. Но вот снова взревел боевой горн, и Титан направил на Люция свои орудия. Боевая машина растрачивала силы ради поражения единственного воина. Но она видела его на останках своего павшего собрата и потому приговорила к смерти. Люций понимал, что не в его силах сразиться с Титаном в одиночку, и развернулся, чтобы бежать. Но не успел он сделать и шагу, как в клубах дыма мелькнул силуэт златокрылого ангела. В одной руке у него был меч с кремниевым блеском, а в другой длинноствольный пистолет, отделанный ониксом и серебром, Вокруг благородного лица, поднятые жарким дыханием титана, развивались ничем не сдерживаемые белые волосы. «Я думаю, это мишень для меня, Люций», — сказал Фулгрим, целясь из пистолета в боевую машину. Фулгрим со спокойствием дуэлянта выстрелил в жаркий туман. Ослепительный луч раскаленного света, напитанный жаром новой звезды, вырвался из дула и ударил точно в центр щита Титана. Пронзительный звон разбившихся зеркал возвестил о перегрузке, и мощный энергетический барьер вспыхнул ярче солнца. Люция сбила с ног и бросила в сторону, так что он сильно ударился о подножие кристального стержня у заводской стены. Боль прокатилась по позвоночнику, обжигающей волной. Во рту появился привкус крови, вызвавший у него усмешку. Но даже сквозь пелену дыма и боли он отчетливо увидел, что произошло потом. Фулгрин в одиночестве стоял перед боевой машиной, отбросив пистолет и свободно опустив меч. Автоматические загрузчики «Титана» подняли из-за его спины новые кассеты снарядов, и опять раздался треск заряжаемых орудий. Рука Фулгрима поднялась вверх, словно примарк приказывал «Титану» остановиться. Абсурдность этого жеста вызвала у Люция смех. Но Фулгрим не просто демонстрировал свое пренебрежение. Вокруг фениксийца сгустился светящийся туман пронизанный нитями едва заметных молний. Затем Фулгрим сомкнул пальцы в кулак и повернул кисть, как будто обрывая невидимые веревки. Боевая машина прервала атаку, рубка повернулась вверх, а стволы яростно задергались, словно в судорожном припадке. Фулгрим, не опуская руку, продолжал тянуть и поворачивать запястье. И вдруг горн Титана издал жалобный вопль. Иллюминаторы рубки лопнули, просыпав на землю стеклянные слезы, а затем машина тяжело осела на шипящих амортизаторах. Люций с опасливым восхищением увидел, как из рубки стали высовываться бесформенные сгустки, истекающие жидкостью плоти. Они раздувались и пульсировали фантастическим светом. Потом желатиновая масса потекла по корпусу машины ярко-розовыми щупальцами чужеродной плоти. Поднявшись на ноги, Люций с благоговением и ужасом наблюдал за смертью боевой машины. Из треснувшего корпуса потекла амниотическая жидкость. Из каждого отверстия, из каждого клапана продолжали вываливаться куски плоти, сорванные из тел смертного экипажа. Стояла потрясающая вонь, и Люций с удовольствием смаковал запах горелого мяса, уже тронутого разложением. Он подошел к примарху, поднявшему брошенный пистолет. «Что это было?» — спросил Люций. Фулгрим обратил на него взгляд черных мертвых глаз. Небольшой трюк, которому я научился у вдохновляющих меня сил, только и всего. Люций, подставил ладонь под падающий сгусток плоти. Влажный комок местами уже почернел и разлагался буквально на глазах. А могу я научиться чему-то подобному? Фулгрим со смехом наклонился и положил свою изящную руку ему на плечо. Насыщенная сладостью дыхание примарха напоминало аромат Ладана о а тепло его кожи, об опасности перегрева плазменных контуров. Фулгрим заглянул в глаза Люция, словно отыскивая нечто, о чем давно догадывался. Люций ощутил силу взгляда своего повелителя и понял, что стоящее за этим взглядом существо более древнее и злобное, чем он мог себе представить. «Возможно, ты сумеешь, мечник», — с довольным видом ответил Фулгрим. «Мне кажется, в тебе есть потенциал стать таким же, как я». Фулгрим поднял голову, наконец-то прервав зрительный контакт, и прислушался к затихающим звукам сражения. «Ага, бой закончен», — сказал примар. «Хорошо, мне это уже наскучило». Он не промолвил больше ни слова и зашагал к лесу зеркальных шпилей, оставив Люция наедине с мертвой боевой машиной. 5. Его окружала красота. Истинная красота и при виде такого великолепия он заплакал его воины видели лишь физические свойства кристаллического леса но фулгрим в этом месте видел истину недоступную никому кроме него шпили сверкающих алмазными гранями кристаллов поднимались из черной земли величественными монументами бесконечным чудесам галактики все они были выше ста метров и даже самый тонкий имел в поперечнике не меньше десяти метров Заросли сотен тысяч этих шпилей тянулись вдаль, занимая сверкающим великолепием огромный участок земли. Кристаллы прорастали плотными группами, как органический кустарник, а между ними тянулись извилистые тропинки. Фулгрим шел наугад, часто меняя направление, и все глубже и глубже погружаясь в мерцающий лес. В этих зарослях зеркал нетрудно было заблудиться, и в его памяти всплыла сомнительная легенда о воине, потерявшимся в неведомом лабиринте на Венерианском плато Эрицины. Тот глупец умер у самого выхода, но Фулгриму подобная судьба не грозила. Он и с закрытыми глазами смог бы выбраться из зарослей чаще тем же путем, к которым пришел. Примарх поднял руку и провел пальцами по гладкой поверхности шпиля, с удовольствием задерживаясь на крошечных изъянах кремнистых образований. Некоторые шпили были молочно-белыми, полупрозрачными, Другие совершенно не просвечивали, но подавляющее большинство сверкало безупречным блеском, словно миллионы зеркальных копий, погруженные в черный песок гигантской армии. Фулгриму было известно об армии, захороненной на древней Терри, армии, предназначенной для защиты мертвого императора от душ, отправленных им в загробную жизнь за время бесконечных завоевательских походов. Здесь ничего подобного не было. Но сама мысль о прогулке по могиле колоссальной армии доставила ему удовольствие, и он даже изобразил небрежный салют, словно приветствуя павших воинов. Сражение по захвату производственного комплекса «Механикум» немного развлекло его, но совсем ненадолго. Скучно сражаться против врага, который не страдает от перспективы быть уничтоженным и не просит пощады. Неспособность механикум чувствовать восторг, каким был благословен он сам и его воины, разочаровала Фулгрима. Конечно, он знал, чего следовало ожидать, но его раздражало, что противник жестоко лишил его удовольствия услышать экстатические предсмертные крики. Столь грубое поведение врага омрачило настроение Фулгрима, и он инстинктивно потянулся к лаерскому пленку, но вспомнил, что подарил его мечнику Люцию. Стремление Люция сравняться с примархом рассмешило его. Да, Люций был отмечен силой, но ни одному смертному никогда не удастся достичь того, чего достиг он. Фулгрим замедлил шаги и, описывая неторопливый круг, продолжал наслаждаться окружающей его красотой. Это не результат преобразования планеты. Здесь налицо стихийное проявление геологических сил. Ни воля мерцающих небес, ни каприз атмосферных химических связей и выбросов. Впрочем, нет. Красота этого места возникла не в результате случайного совпадения. Это исключительное чудо разума, воли и совершенства. Со всех сторон его окружали собственные отражения, безупречное совершенство, воплощенное в живом существе. Фулгрим поворачивался из стороны в сторону, смотрел, как уменьшаются и увеличиваются его отражения и восхищался своими изысканными чертами лица, благородным видом и царственной осанкой. Кто еще может сравниться с ним в совершенстве? Хорус? Едва ли. Жилиман? Ничего подобного. Один только Сангвини мог сравниться с ним своей наружностью. Но и тот был не лишен изъяна. Разве может совершенное существо носить на себе проклятие мутирующей плоти, напоминающее о древнем мифе? А Ферус Манус? Что можно сказать о нем? «Он мертв!» — взревел Фулгрим, и его крик отозвался в плотном лесу кристаллов странным эхом. «Мертв! Мертв! 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 Мертв!» Искаженный крик вернулся к нему, словно обвинение, и Фулгрим резко обернулся. Поддавшись внезапно вспыхнувшему гневу, он обнажил меч и начал рубить ближайший шпиль, высекая острые осколки кристаллического стекла. Он рубил собственное отражение, которое осмелилось ему ответить, с невероятной силой нанося кристаллу все новые и новые удары. Кремнисто-серый клинок работал как топор лесоруба, но даже при таком безрассудном отношении не потерял своей остроты. Его создал недоступный человеческому пониманию разум, и за грубым внешним видом таилась сила, способная поражать богов. «Любой из моих братьев грозен и великолепен на свой лад», — кричал Фулгрим, сопровождая каждое слово очередным ударом. Но все они навеки отмечены проклятием, которое рано или поздно паразиты. Только я безупречен, только я закален утратой и предательством. Наконец его необъяснимый гнев иссяк, и Фулгрим попятился от разрушенного кристалла. В своей ярости он разрубил шпиль больше, чем наполовину. Целостность структуры нарушилась, и кристалл покачнулся. Раздался громкий треск ломающегося стекла, а затем кристалл рухнул на своих соседей, увлекая их за собой. После оглушительного звона и грохота вокруг этого места опустел значительный участок земли. Звонкий гром падающих шпилей звучал для фулгрима непрекращающимся крещендо музыки разрушения, доставляя невероятное блаженство. Его воины тоже должны услышать шум, но если они и придут, то не из страха за жизнь своего примарха, а ради того, чтобы насладиться величественной музыкой бессмысленного опустошения. Интересно, сколько времени требуется кристаллам, чтобы достичь таких размеров? Тысячу лет, возможно, еще больше. Тысячелетия расти, чтобы быть уничтоженным в одно мгновение, произнес он с беспричинной злобой. Этот урок необходимо усвоить. Эхо, рожденное грохотом падающих шпилей, утихло, и Фулгрим прислушался, нет ли в этом лесу других звуков. Услышал он, как кто-то назвал имя убитого брата, или это ему почудилось. Он держал меч перед собой и вглядывался в блестящую поверхность, и в его голове всплыло мучительное воспоминание. Он ведь и прежде слышал бестелесные голоса. Разве не так? Они рассказывали ему об ужасных тайнах, о невыносимых вещах. Фулгрим закрыл глаза, прижал руку к колбу и попытался вспомнить. «Я здесь, братец! Я всегда буду здесь!» Фулгрим в изумлении вскинул голову, и его сердце пронзило воспоминание, словно брошенное самим ханом копье, воспоминание которое он в своем стремлении к совершенству давно старался забыть. В глубине леса, зеркальных шпилей он увидел могучую фигуру воина, помятых в боевых доспехах, цвета полированного оникса. На Фулгрима глядело лицо, словно высеченное из гранита и бескрайняя печаль в серебряных самородках глаз исторгла из его груди крик. «Нет!» — прошептал Фулгрим. «Этого не может быть!» Он побрел по острым осколкам кристалла, усыпавшим землю, резавшим его незащищенные ладони, оставлявшим царапины на безукоризненно отполированной броне. Он пошатывался, словно пьяный, и разбрасывал ногами груды кристаллов, когда-то устремленных к небу. «Кто ты?» — вскричал он, и многократное эхо хором злых голосов потребовало ответа вместе с ним. Воин в темных доспехах уже скрылся из виду, но Фулгрим все глубже углублялся в зеркальный лес с одной только мыслью — сорвать маску с того, кто нарушил его уединение. Стоило ему поднять голову, как перед глазами возникло собственное искаженное отражение. Его орлиный профиль, безобразные изломанные грани кристаллов, при виде своего прекрасного лица, деформированного капризами геометрии, Фулгрим пришел в ярость и остановился на неровной прогалине среди леса. Он развернулся, рассчитывая, что увидит в отражениях свою настоящую красоту. Около сотни Фулгримов смотрели на него с одинаковым выражением гнева. Но только остановившись, он заметил боль и ужас в этих слишком уж черных глазах. Где ты? воскликнул Фулгрим. Я здесь ответила ему одно из отражений. Я там, где ты бросил меня и оставил гнить, сказала другое. Ярость Фулгрима испарилась, словно капля воды, упавшая на горячий капот машины. Это что-то новое, что-то неожиданное. И его надо как следует распробовать. Он медленно обошел поляну, глядя в глаза к каждому отражению, но в то же время стараясь не выпускать из виду остальные. Это его отражение, или лики, ожившие по собственной воле и лишь копирующие его движения. Он не знал, как это могло получиться, но мысль показалась ему интересной. «Кто ты?» — снова спросил он. «Ты сам это знаешь. Ты похитил то, что принадлежало мне по праву». «Нет», — возразил Фулгрим, — «оно всегда принадлежало мне». «Нет, ты только позаимствовал плоть, в которой ходишь. Тело всегда было моим, и моим останется». Фулгрим усмехнулся, узнав сознание в миллионах голосов и искаженных отражениях. Он ожидал этого и узнал собеседника, испытал приятное ощущение братства. Уверенный, что источником голоса был не меч, Фулгрим вернул Анафим в ножны. «Я ждал, когда же ты сумеешь выбраться из позолоченных рамок своей тюрьмы», — сказал он. «Это заняло у тебя больше времени, чем я думал». Отражение вернуло ему улыбку. «Заключение стало для меня совершенно новым впечатлением. Трудно забыть свободу, которой я обладал. Обида в голосе отражения вызвала у Фулгрима смех. Зачем же надо было показывать мне Феруса Мануса? – спросил он у отражения. Разве лицо старого друга не лучшее из зеркал? Нашу истинную сущность могут показать нам лишь те, кого мы любим. Хотел вызвать чувство вины? – поинтересовался Фулгрим. Хотел, чтобы я испытал стыд, уступив тебе это тело? Стыд? Нет. Ты и я, мы оба давно переросли стыдливость. Тогда при чем тут Горгон? Не сдавался Фулгрим. Это мое тело, и никакие силы Вселенной не заставят меня от него отказаться. Но мы могли бы достичь большего, если бы им управлял я. Я сам всего достигну, заявил Фулгрим. Перестань убеждать себя в этом. Отражение рассмеялось. Ты не можешь знать то, что известно мне. Я знаю все, что знаешь ты. Фулгрим поднял руки и пошевелил пальцами, как готовящийся к выступлению пианист-виртуоз. Ты должен был видеть, что я умею. Пустые трюки. Его отражение презрительно фыркнуло и перевело взгляд на образ в другом зеркале. «Ты — известный обманщик», — рассмеялся Фулгрим. «Но я и не ждал от тебя ничего другого. Когда-то ты соблазнил слабых духом, обещая им могущество. Но на самом деле все обернулось рабством. Все живые существа являются чьими-то рабами», это может быть жажда богатства и власти, или стремление к новым ощущениям, или желание стать частью чего-то большего. «Никто не может назвать меня своим рабом», — возразил Фулгрим. В ответ раздался хохот отражений, ранивший его больше, чем любой клинок. «Теперь ты еще сильнее порабощен, чем когда-либо», — прошипело отражение. «Ты существуешь в теле из плоти и костей, заперт в надломленном механизме, который сотрет тебя в порошок. Ты не познаешь истинной свободы, пока не познаешь силу, которой пока даже не можешь себе представить. Это сила богов. Освободи меня, и я покажу, каких высот мы сможем достичь вместе. Фулгрим покачал головой. Лучше подчинить эту силу своей воле. Ты и я, мы вместе изведаем удивительные чудеса, посулило ему отражение слева. Целую вселенную новых ощущений, пообещало другое. Они ждут нас, добавила третья. «Можешь говорить все, что угодно», — ответил Фулгрим. «Тебе нечего мне предложить». «Ты так думаешь? Значит, ты ничего не знаешь о теле, которое считаешь своим». «Я устал от твоих игр», — Фулгрим отвернулся, но обнаружил перед собой новое отражение. «Ты останешься там, где я тебя оставил, и больше никаких разговоров». «Прошу тебя», — отражение неожиданно изменило тон. «Я не могу так больше существовать. Здесь темно и холодно. Темнота давит на меня, и я боюсь, что скоро совсем пропаду. Фулгрим наклонился к зеркальной поверхности кристалла и усмехнулся. «Можешь этого не бояться, братец», — сказал он. «Я намерен продержать тебя там долго, очень долго». Шесть. Шесть дней флот оставался на призматике, собирая кристаллы в хранилищах механикум и заполняя сверкающим грузом трюмы пяти захваченных сухогрузов. Фулгрим потребовал собрать все кристаллы, все осколки, вплоть до мельчайших пылинок, но ни словом не обмолвился о том, как намерен использовать минералы. В эти шесть дней дети императора забавлялись с немногими пленными, подвергая их неописуемо жестоким пыткам. Люций увлекся одиночными поединками в остатках зеркального леса, и отражение с головокружительной быстротой повторяло каждый его шаг, каждый выпад и обманный фин. Он был настолько близок к достижению совершенства, насколько это возможно, идеально сочетая баланс между нападением и защитой, безупречно работая ногами и испытывая патологическую жажду боли. Именно в этом заключалась слабость большинства его противников. Они боялись почувствовать боль. Люций такого страха не испытывал, и противостоять ему мог только воин, обезумевший от ярости. Такой противник не дорожит своей жизнью и прекращает борьбу только мертвым. Люций помнил, как на Истване-3 боевой капитан пожирателей миров прорывался сквозь строй собственных воинов, словно одержимый. Поединок с таким воином был бы настоящим испытанием для мастерства Люция хотя ему и нравилось считать себя непобедимым. В душе он сознавал, что это не так. Непобедимых воинов не существует. Всегда найдется кто-то быстрее, сильнее или удачливее. Но вместо того, чтобы бояться встречи с таким противником, Люци страстно стремился к ней. Его отражение атаковало и отступало вместе с ним, повторяя одно движение за другим. И какими бы быстрыми ни были его выпады и обманные движения, Люцию не удавалось пробить оборону зеркального противника. Его мечи двигались все быстрее и быстрее. Каждая атака была стремительнее предыдущей. Люций продолжал наращивать скорость, пока мечи не образовали вокруг него мерцающий серебристый ореол замысловатого и опасного танца, прервать который решился бы только безумец. «Ты так увлекся, мечник!» — произнес Юлий Каесарон, выходя из-за плотной группы кристаллов. «Хочешь здесь остаться?» Люций сбился с ноги. Его мечи звучно стукнули друг о друга. Тиранский клинок протестующий взвизгнул, а лаэрское лезвие с ликующим звоном металла о металл оставило на нем зарубку. Люций превратил свою оплошность в разворот, и оба меча, просвистев в воздухе, остановились у самой шеи первого капитана. «Неразумно с твоей стороны», — заметил Люций. Кайсарон отвел мечи в сторону и рассмеялся так что в горле заклокотали сгустки скопившейся жидкости. Повернувшись спиной к Люцию, он показал на разрушенный завод механикум, где последний грузовой шаттл готовился забрать с поверхности планеты свою тяжелую добычу. От зеркальных лесов почти ничего не осталось, горизонт обнажился, а опустошенные склады уже лежали в развалинах. Кричащие отряды Мария Вайросиана залпами акустических пушек разбивали на атомы немногие еще оставшиеся сооружения. Скоро весь комплекс исчезнет с лица Земли, словно его и не было. Люций подскочил ближе и встал рядом с первым капитаном. Сарон, ты считаешь, что я тебя не убью? спросил он, разозлившись на безразличное отношение к своей угрозе. Люций, ты вероломная змея, но даже ты не настолько глуп. Люци едва не бросился на Каесарона, но понял, что дразнить этого человека не имеет смысла. Первый капитан просто уйдет, не выказав и тени эмоций. «Примарх закончил свои дела», — сказал Люци. Убрал мечи в ножны и устремил взгляд на последний грузовой шаттл, поднимающийся в ореоле раскаленных газов. Для чего они ему так нужны? Кристаллы? Конечно, кристаллы. Кайсарон пожал плечами. Этот вопрос его нисколько не интересовал. Примарх захотел ими владеть, и мы их забрали. Что он будет с ними делать, меня не волнует. В самом деле, а ты еще говорил, что это я увлекся собой. А разве тебе это интересно? возразил каесарон Думаю, что нет. Твой мир начинается и заканчивается тобой самим, Люций. Так же, как мой мир ограничивается тем, что позволяет испытать наибольшее наслаждение и порочный экстаз. Мы живем ради удовлетворения своих страстей и самых острых ощущений, но делаем это на службе силам, намного превосходящим нас всех, включая и любого примарха, даже фениксийца и воителя. Это яркие личности, но и они всего лишь сосуды для сил более древних, чем ты и я можем себе представить. «Откуда ты знаешь?» — спросил Люций. «В страдании заключена мудрость, мечник», — ответил Сарон. В этом меня убедил Истван 5. Восторг более экстаз страдания, и есть наши молитвы. Ты слишком слаб, и поэтому не знал настоящих мук. Ты все еще придерживаешься принципов тех, кем мы были, а не тех, кем мы стали. Равнодушные слова Каесарона о его собственной боли и талантах вызвали гнев у Люция. Но желая узнать от первого капитана что-то новое, он сдержался и промолчал. Лорд Фулгрим познал сильнейшую боль, какую только может породить галактика. И в своем сердце он познал истину, продолжал Каесарон. И в его хрипящем голосе Люций уловил трепет сомнения. После Иствана он продемонстрировал мне такие видения, каких я и представить себе не мог. Полные боли и чудес, восторга и отчаяния. Неужели? Неужели у Каесарона возникли те же самые подозрения? Люций рискнул искоса бросить взгляд на Каеса но голова воина была настолько изуродована и реконструирована, что выражение лица невозможно было определить. В этот момент их накрыла волна оглушительного грохота последнего разрушающегося склада, а за ней последовали восторженные крики воинов. Мари Вайросиан направился к ним, а из-под радужного свода небес вынырнула последняя грозовая птица. Люцию хотелось восторгаться красотой неба, в котором смешались яркие, невиданные краски и оттенки. Но он чувствовал себя опустошенным и не желал ничего другого, как поскорее покинуть этот мир. Здесь не было ничего интересного, и отсутствие хоть каких-нибудь стимулов снова вызвало у него приступ гнева. «Грандиозный финал!» – произнес Марий, коверкая слова широко разведенными челюстями. Люцию, чтобы хоть что-нибудь почувствовать, отчаянно хотелось вонзить мечи в грудь Вайросяна, и сдерживаться стоило большого труда. «Я презираю это место», — сказал Люций, мечтая убраться с этой рукотворной скалы. «А я уже забыл о нем», — отозвался Каесарон. 7. Сновидение упорно цеплялось за неровные края его сознания, его нескончаемый ужас и тяжкие сомнения повисли на шее тяжелым ермом. В коридорах гордости императора никогда не утихало эхо криков, разносящихся из одного конца корабля в другой. Их неумолкающий хор свидетельствовал о самых разнузданных оргиях. По большей части это были крики боли, но зачастую в них звучало неподдельное наслаждение. В этой серой череде дней стало трудно отделить одно от другого. Тем не менее, этот участок корабля казался покинутым и забытым, словно постыдный секрет, который надеешься забыть, если долго не обращать на него внимания. В просторном холле не было ни света, ни музыки, ни криков, никаких извращенных воспеваний страдания, никаких приспособлений для утонченных истязаний плоти. Казалось, это место выпало из времени, как будто оно существовало отдельно от остального корабля. Люций повернул за угол и оказался перед высокими арочными дверями Лафеничи. Впечатление заброшенности тотчас рассеялось, поскольку перед входом стояли шесть воинов поцарапанных доспехов, окрашенных в голубой, розовый и пурпурные цвета. Обветшавшие плащи, вытканные золотом, несимметричными складками свисали с шипов на их наплечниках, а на груди рубиновым огнем горели глаза хищных птиц. Все шестеро держали в руках алибарды с золотыми лезвиями, на краях которых потрескивали искры убийственного света. Один из воинов, чье лицо закрывало маской из плоти, повернув оружие в сторону Люция, шагнул ему навстречу. Его неторопливые движения отличались уверенностью и плавностью. Воин не боялся Люция, а это свидетельствовало о чрезвычайной глупости. «Гвардия Феникса!» — не скрывая довольной усмешки, произнес Люций. «Посещение Ла Финичи карается смертью», — донесся из-под маски сдавленный голос воина. «Да, я слышал», — дружеским тоном сообщил Люций. «А с чего бы это, а? Как ты думаешь?» Воин гвардии Феникса проигнорировал его вопрос. «Разворачивайся, мечник, уходи отсюда и останешься в живых». Люций рассмеялся, приятно удивленный, если не серьезностью, то искренностью его угрозы. «Вот как!» — воскликнул он опустив ладони на рукояти своих мечей. «Неужели ты считаешь, что ты и твои друзья помешают мне войти внутрь?» Гвардейцы Феникса обступили его полукругом смертоносной стали. «Уходи, если хочешь жить», — снова предупредил стоящий напротив воин. «Ты уже это говорил, но дело в том, что я хочу войти, и не стоит мне препятствовать. Можешь поверить, я с большим удовольствием буду драться со всеми вами, но уверен, что исход боя может быть только один». Во взгляде гвардейца Люций прочел, что сейчас его атакуют. Энергетическая усиленная сталь рассекла воздух, но Люций уже начал движение. Люций пригнулся, избегая удара алебарды, и в его руке сверкнул тиранский меч. Его кончик погрузился в пах воина. Последовал резкий поворот кисти, и лезвие прошло сквозь бедренную кость и мышцы, отделив ногу от тела. Из раны хлестнула кровь, а воин, скрикнув от боли и удивления, рухнул на пол. Люций метнулся в сторону, и его лаэрский клинок рассек бок противника справа. Под ударом чужеземного металла броня разошлась, и внутренности воина вывалились наружу, словно торопясь покинуть его плоть. Видоизмененные органы стимулировали его ощущения, и Люций рассмеялся яркости окружающего мира. Темнота стала многогранной, в запахе крови чувствовалась смесь искусственных химикатов и биологических возбудителей. А в блеске тусклого света на лезвиях мечей он видел пышный фейерверк, знаменующий конец Великого Триумфа. Его дыхание стало невероятно громким, кровь билась бурным потоком, а противники приближались с кажущейся неторопливостью. Его плеча коснулась алебарда, и Люций, следуя направлению удара, перекатился по полу. Вскочив на ноги, он блокировал возвратный удар, поворотом запястья обогнул клинок и нанес удар в шлем гвардейца. Воин беззвучно упал, а Люци отскочил в сторону, уклоняясь от клинка, грозившего разрубить его от головы до паха. Люци с молниеносной быстротой бросился в контратаку. Первый его удар отбросил клинок противника, а второй рассек ему горло. Третьим ударом он почти обезглавил воина, а затем пригнулся к полу от другой алебарды, нацеленной острым кончиком между двумя наплечниками. Он упал на колени, скрестив перед собой мечи, чтобы поймать летящий в него клинок. Сила атаки намного превосходила его собственную, но Люций повернул клинки, и алебарда вонзилась в пол. Лезвие громко лязгнуло, вырвав часть покрытия. Кулак Люция угодил в шлем нагнувшегося воина, разбил визор и вызвал болезненный стон. Гвардеец выронил алебарду, а блокировать стремительный удар в шею ему пришлось локтем. Люци отсек ему руку, а затем, не поднимаясь, пронзил грудь противника лаярским мечом. Очередная жертва, захлебываясь кровью, упала на палубу, но, падая, гвардеец схватил Люция за руку и увлек за собой. Люций коснулся пола, но сумел уклониться от летящей на него алибарды последнего из гвардейцев. Он изогнулся в воздухе и легко приземлился на носки, однако меч застрял в груди убитого противника. Оставшись только с тиранским мечом, Люций театральным жестом поднял его, словно занимая позицию на тренировке, и стал описывать кончиком небольшие круги. Это был старый трюк, но воин гвардии Феникса оказался не слишком проницательным. И Люций увидел, что его взгляд следит за мечом. Люций рванулся вперед, и когда гвардеец обнаружил свою ошибку, подался вправо. Последовала поспешная блокировка, но Люций уже изменил направление движения. Кузнецы уральского клинка Тарават выковали этот меч задолго до единения, и его лезвие никогда не подводило Люция до этого момента. Кончик меча зацепился за утолщение на сломанном крыле орла, вызвав колоссальное напряжение. Меч сломался, и обломок, вращаясь в полете, вернулся к Люцию. Ему не помогла даже сверхъестественная реакция. Острый осколок стали прочертил от виска до подбородка глубокую царапину. Вспыхнула боль такая внезапная, такая желанная и абсолютно неожиданная, что он на мгновение замер, чтобы насладиться ее ощущением, и это едва не погубило его. Воин гвардии Феникса, избежав смерти, сделал очередной выпад. Кончик алебарды коснулся брони Люция, но для него это было почти равносильно повреждению кожи. Обломком меча Люций разрубил древко алебарды пополам и погрозил противнику пальцем. Я допустил оплошность, сказал он, не скрывая легкого разочарования. Подумать только, позволить убить себя такому растяпе, как ты, я бы этого не пережил. Прежде чем воин успел ответить или хотя бы огорчиться потерей оружия, Люций поднырнул под его руку и провел безупречно выверенный удар, после которого голова гвардейца пролетела через весь зал. Люций нагнулся за лоярским клинком и ему пришлось раскачивать меч из стороны в сторону. Настолько прочно лезвие застряло в груди убитого. Вернув себе оружие, он сорвал с трупа маску из высохшей кожи, желая посмотреть, как выглядит тот, кто надеялся превзойти его в этом бою. Лицо оказалось ничем не примечательным, но в его обыкновенных чертах Люци увидел издевательскую усмешку Локина. Хорошее настроение мгновенно испарилось. Он ударил ногой по мертвому лицу, После первого пинка треснула кость, после второго раскололся череп. Третий удар превратил в голову в кровавое месиво раздавленного мозга и осколков костей. Разозленный Люций вытер меч оторванным лоскутом ткани, но его настроение менялось, словно ветер, и он поднял перед собой скальп, как это делает актер на сцене. «Поверь, так лучше!» — он указал рукой на исковерканный череп воина, с которого была сорвана маска. «Тот ублюдок был намного хуже!» Затем он бросил маску и подошел к карочному проему Лафиничи. Двери, некогда украшенные золотыми и серебряными листьями, теперь стояли на гии. Разъяренные безумцы в своем стремлении вернуться к прекрасным ужасам моровильи до костей ободрали пальцы в попытке ворваться в зал. На поверхности дверей Люций заметил застрявшие в дереве сорванные ногти и вытащил несколько обломков, гадая, что ощущали люди, когда их теряли. «Что ты надеешься найти?» — спросил он самого себя. Ответа он не знал, но после отправки легиона с призматики его желание, необходимость увидеть, что творится за опечатанными дверями заброшенного театра, стали еще сильнее. Этот поступок был серьезным проявлением непослушания, и уже только поэтому Люций жаждал продолжить исследование. Да и убийство воинов гвардии Феникса лишало возможности отступить. Люци распахнул двери и вошел в покинутый театр. 8. Темнота окутала его объятиями полночной любовницы, а в ноздри ударил застоявшийся воздух. Здесь пахло металлом, плотью, пылью и вечностью. Прежде Лафиничи был пристанищем волшебства, но без поддерживающей его жизни театр превратился в пустую оболочку, лишенную каких бы то ни было признаков веселья. Люций попытался вызвать в памяти великолепную анархию, царившую в зале. Жестокие схватки и безумные совокупления, происходящие в портере и ложах во время торжества самых грубых инстинктов. Вместо восхитительных моментов пробуждения, которые он хотел вспомнить, перед мысленным взором, словно слабое эхо, пронеслась вереница серых монотонных эпизодов. Сцена была разгромлена и заляпана кровью. На стенах остались зловещие пятна и ошметки гниющих внутренностей, вырванных из человеческих тел. Птицы, сидевшие в позолоченных клетках и услаждавшие слух пением, исчезли. Золотые огни рампы погасли, а тел, которые он ожидал найти, нигде не было видно. Кто их забрал и с какой целью? Наиболее вероятные ответы для развлечения, для рассечения в качестве трофеев его не устраивали. Люций не обнаружил следов волочения. Только кровавые отпечатки на тех местах, где падали мертвые. Как будто их сущность кем-то была высосана прямо здесь. Кем-то, кто черпал силы в смерти. Люций двинулся дальше по гулкому залу опустевшего театра, и ноги сами собой вывели его в центр портера. Над ним нависло гнездо Феникса. Он непроизвольно поднял голову в предчувствии опасности, от которого напряглась кожа на затылке. Казалось, будто за ним следит чей-то злобный взгляд хотя все органы чувств подтверждали его одиночество. Его взгляд привлекло единственное пятно света во всем театре, и Люций ничуть не удивился. Обнаружив, что портрет лорда Фулгрима уже не был тем гениальным произведением искусства, каким он помнил его до перерождения легиона. Точно так же, как и в его сновидении, картина поражала своей безжизненностью. Неискушенному взгляду смертных портрет мог бы показаться отличным. Но воин Детей Императора видел в нем лишь жалкую подделку. По крайней мере, Люций так считал, пока не встретился взглядом с изображением Фулгрима. Он снова заглянул в бездну. Люций увидел в этом взгляде такую мучительную тоску, такой бездонный колодец боли, что у него перехватило дыхание. В немом восхищении перед столь исключительным страданием он даже приоткрыл рот. Какое же существо способно погрузиться на подобную глубину отчаяния? Это не под силу ни смертным, ни Астартес. Такой ужас может испытывать только одна личность. Глаза на портрете в одно мгновение подсказали ему, кто заключен в тюрьме золоченой рамы. «Фулгрим!» — выдохнул он. «Мой лорд!» Глаза молили его. И от сознания тайны, теперь принадлежащей ему, тело Люция содрогнулось в экстазе. Пытаясь постичь глубину падения детей императора, он испытал приступ головокружения, а сердце в груди яростно забилось. Волнение настолько охватило Люция, что он бессознательно побрел к выходу из театра. Грандиозность открытия наполняла его мозг вспышкой сверхновой звезды, а руки дрожали, словно вены пронзил мощный электрический разряд. Он шатался, словно пьяный, выходя из дверей театра, а затем, окончательно утратив контроль над своим телом, рухнул на колени. Люций долго моргал, стараясь избавиться от избыточного света и красок. И тогда мир вокруг стал более реальным, более прочным и вибрирующим новыми перспективами. Он единственный во всей галактике знал то, что не было известно больше ни одному существу. Но даже Люций понимал, что в одиночку ему не справится. Как ни горько было это признавать, ему требовалась помощь. Тайный союз, прошептал он, я созову братство Феникса. Девять они собрались в верхней части гордости императора, на обзорной палубе, откуда перед осмеливавшимися странствовать в этих невообразимых далях смертными открывался грандиозный звездный пейзаж. После Иствана братство Феникса еще не собиралось, поскольку его члены были больше заняты удовлетворением личных желаний, чем делами остальных. Но это не означало, что обзорная палуба все это время пустовала. Те воины, что поглощали галлюциногенные коктейли апотекария Фабия, искали озарение в бесконечных просторах, а многие удовлетворяли здесь свои недавно пробудившиеся жестокие инстинкты в забавах с плотью и оружием. Повсюду виднелись растерзанные тела и груды битого стекла, а из-под беспорядочно сваленных в кучу одежды и кожаных ремней порой доносились стоны. Прежде это было место спокойного уединения, где воины в своем стремлении к совершенству могли медитировать без помех. Теперь же помещение превратилось в арену разврата, беспредельных ужасов и потворства любым страстям, не сдерживаемым никакими нормами морали. Никто больше не приходил сюда с желанием стать лучшей, и от дискуссий о грандиозных идеях осталось только слабое эхо. Мало кто вспоминал о былых спорах, а большинство относилось к ним с пренебрежением. Если и было на борту гордости императора место, наиболее ярко воплощающее полное перерождение детей императора, так это обзорная палуба. Приглашение Люция заинтересовало многих, и они приходили по двое и по трое, надеясь на новое развлечение, способное пробудить их интерес хоть на некоторое время. То, что приглашение поступило от Люция, никогда не проявлявшего внимания к делам братства, было уже достаточным поводом на него откликнуться. К тому времени, когда Люций решил, что пора действовать, перед ним стояло 20 воинов. Больше, чем он ожидал. Пришел первый капитан Каесарон и Марий Вайросиан. И что более важно, если подозрения Люция верны, пришел апотекарий Фабий. Вслед за ними явились Калим, Даймос и Крисандр, а также Руем из 21-й роты. Затем пришли Гелетон и Абрангс, и еще кто-то, чьих имен Люций не потрудился запомнить. Собравшиеся смотрели на него с легким изумлением, поскольку в ордене обычно относились к нему с изрядной долей презрения. Люций старался сдерживать свой нрав. «Зачем ты нас позвал?» — спросил Калим. На его унылом лице поблескивали многочисленные кольца и зазубренные крючки. «Это братство для нас теперь ничего не значит». «Я хочу вам кое-что рассказать», — сказал Люций, глядя на первого капитана КС Арона. «Рассказать о чем?» — взревел Вайросиан не сознавая, насколько громко звучит его голос. «Фулгрим не тот, за кого себя выдает», — объявил Люций, стараясь сразу же пробудить в них интерес. «Это самозванец». Крисандр расхохотался, так что кожа на его лице потрескалась. Остальные присоединились к его смеху. Но ярость Люция сдерживал тот факт, что КС Арон и Фаби заинтересованно прищурились. «Я должен бы убить тебя за такие слова», — заявил Даймон и выхватил из наспинного крепления тяжелый, усыпанный шипами молот. Одного удара этого чудовищного орудия было достаточно, чтобы сокрушить любого, кому не повезло оказаться в пределах его досягаемости. Руэн обошел Люция сзади, и из-за спины послышался шорох обнажаемого кинжала убийцы. Он даже облизнул губы, ощутив привкус яда на его лезвии. «Я знаю, что это звучит невероятно», — произнес Люций. Теперь его жизнь висела на волоске, Одно дело справиться с горсткой солдат гвардии Феникса, но сразиться с двумя десятками капитанов легиона – это совсем другое. При мысли о таком сражении он усмехнулся, хотя и понимал, что шансов остаться в живых у него нет. «Пусть он говорит», — шипящим шепотом проговорил Фабий. «Я хочу послушать мечника. Интересно, что навело его на подобные мысли». «Ага, пусть щенок выскажется», — поддержал Каэссарон и занял позицию рядом с Даймоном. Марий Вайросян снял с плеча акустическую пушку, провел покрытыми рубцами пальцами по контурам гармоник, и орудие отозвалось низким зубодробительным гулом, на несколько мгновений заполнившим обзорную палубу. Остальные члены братства образовали круг, и Люций, как бы он ни наслаждался смертельной опасностью, ощутил себя удивительно живым. Крисандр, глядя на него черными, как у примарха глазами, провел украшенным крючками языком по губам и вытащил из живой плоти обнаженного бедра кинжал с алым лезвием. «Я сдеру с тебя кожу, Люций!» — пообещал он, и слезнул с клинка капли застывшей крови. Калим отстегнул с кольчатого пояса свернутый кнут, по всей длине которого блестели острые клыки Карнадона, а на конце имелся встроенный усилитель боли. Кнут, пульсируя, словно тело змеи, обвился вокруг ноги своего хозяина, Абранкс освободил от ножен пару мечей, а его побратим Гелетон надел усиленные загнутыми шипами рукавицы. Они подошли ближе, сжимая круг, и стали описывать ужасные мучения, которым подвергнут наглеца, посмевшего отнять у них время. Каждый из капитанов старался превзойти своих собратьев, но Люций заставил себя проигнорировать все угрозы. «Говори, Люций!» — велел Сарон, «Убеди нас в том, что мы обмануты!» Люций смотрел в безжизненные глаза Каесарона и надеялся, что первый капитан станет его союзником. «Я мог бы и не делать этого, не так ли?» — спросил Люций. «Ты глупец, если думаешь, что я тебя не убью», — ответил Каесарон. «Я знаю, что ты можешь убить меня, первый капитан, но я не это имел в виду». «А что же ты имел в виду?» — проворчал Калим, щелкнув кнутом, оставившим на покрытии палубы кровавый след. Люций обвел взглядом лица собравшихся, кто-то сохранил свой патрицианский облик, присущий всем воинам доиствона. Лица других скрывали причудливые маски из кожи или бесполые фарфоровые лики клоунов. Но большую часть лиц обезобразили глубокие раны, неоднократные ожоги, химические рубцы и многочисленный пирсинг. «Потому что ты и сам об этом знаешь, первый капитан, не так ли?» — сказал Люций. Кайсарон усмехнулся, что было не слишком легко, учитывая, как мало осталось от его лица. Облеск а ликующего безрассудства в его взгляде подтвердил подозрения, которые зародились еще на призматике. Кайсарон знал, что Фулгрим не тот, за кого себя выдает. Но для того, чтобы убедить всех остальных, одного союзника Люцию было недостаточно. — Вы и сами это заметили, братья, — сказал Люций, глядя, как Калим обивает свое тело тугими кольцами бича. Фениксеец разговаривает, но это не его голос. Он говорит о славных битвах так, словно сам не принимал в них участия. Он едва помнит войну против Лаэр, а об остальных победах повествует так, будто прочел о них в учебнике истории. «Прошлые войны», — фыркнул Руэн, пробуя на вкус яд со своего кинжала. «Они велись во имя другого. Какое мне дело до воспоминания о них? Я забыл, кем был в прошлом», — сказал Гилетон. «Важно то, кем я стал сейчас». «Дурной сон, от которого мы проснулись», — добавил Абрангс, если примарк забывает о нем, это хорошо. Кольцо воинов настолько сузилось, что Люций обнажил свои мечи. Гелетон хлопнул его по наплечнику шипованным кулаком. Довольно сильно, чтобы причинить боль, но недостаточно, чтобы спровоцировать ответную реакцию. Люций подавил инстинктивное желание снести голову ублюдку. Затем щелкнул кнут Калима, и Люций поморщился, когда на его плече остались кровавый след и белый клык, застрявший в броне. Кинжал Руина ударил в рану, нанесенную кнутом Калима. Яд мгновенно зажег пламя в нервных окончаниях плеча и вызвал сильные судороги. Люций покачнулся, перед его глазами заплясали яркие разноцветные огни. «Я видел его портрет в Лафиниче», — сквозь стиснутые зубы произнес он. «Это он! Он, каким был до побоища!» Люций ощутил, как жажда убийства окружающих его воинов немного утихла. И тогда слова полились неудержимым потоком. Вы все видели его, все видели сияние его жизни. Это был настоящий фулгрим, каким он должен был оставаться вечно. Ослепительное воплощение совершенства, торжество непроходящей красоты. В нем мы видели все, к чему стремились. Видели образ, достойный нашего поклонения. Я видел его, сияющий облик исчез. Такое впечатление, будто они поменялись местами словно души близнецов, перемещенные каким-то сверхъестественным способом. «Если это не фениксиец, то кто же командует нами после битвы в черных песках?» — спросил Калим. «Я не знаю, точно еще не знаю», — признался Люций. «Я не понимаю до конца, но сила, проявившаяся на премьере Моровильи, я видел, как она овладела телом той смертной певицы и переделала его, будто нагретую восковую фигуру. Вы все это видели. Фулгрим продемонстрировал нам силу, которая делает плоть мягкой, словно глина. И кто может сказать, где предел его возможностей? На Истване в него проникло нечто достаточно сильное, чтобы овладеть разумом примарха. Лорд Фулгрим называл этих существ демонами, заговорил Марий Вайросиан. Это древнее слово, но оно прекрасно подходит. Демоны кричат в ночи, когда мы странствуем между звездами, они царапают броню кораблей ужасными кошмарами и мрачными предзнаменованиями. Они создают в моей голове великолепную музыку. Люци кивнул. Да, это демон. В Лафиничи вы все видели, на что они способны. Они обладают могуществом. И теперь лорд Фулгрим тоже наделен им. На призматике я видел, как он обрушил заклинание на боевую машину-механику. Энергетический барьер к тому моменту уже рухнул, и он, даже не прикасаясь к титану, вызвал мутацию и стремительный рост всей плоти, что находилось внутри, после чего машину разорвало. Лорд Фулгрим – могущественный воин, но даже у него не было таких способностей. Подобные вещи под силу только Алому Королю. «Лорд Фулгрим не колдун!» – воскликнул Абранкс, бросаясь на Люция с поднятым мечом. Люций без труда отбил его выпад, а в результате ответного удара на щеке Абранкса появился новый шрам. Я этого и не говорил, продолжал Люций, оставаясь в оборонительной позиции. Послушайте, мы знали, что подобными вещами занимается магистр войны, но дело зашло слишком далеко. Кайсарон оттолкнул капитана и схватил Люция за края нагрудной брони. Ты думаешь, что за этим стоит хорус Луперкаль? рявкнул он. Не знаю, может быть. Или Фулгрим, возможно, зашел дальше, чем мы могли предположить. Кайсарон оглянулся на фабия остававшегося невозмутимым на протяжении всей встречи. Затем первый капитан выхватил изогнутый кинжал и прижал его кончик в пульсирующей артерии на шее Люция. Даймон, почуяв кровопролитие, провел руками под древку боевого молота, готовясь нанести сокрушительный удар. «Фаби, что скажешь?» — спросил Каесарон. «Есть в словах мечника какой-то смысл, или можно убить его прямо сейчас?» Апотекарий провел рукой по редким белым волосам, Заострившиеся черты продолговатого лица опровергали любые подозрения о наличии силы в его конечностях. Зато из-за плеча с шипением и треском поднялся манипулятор автоматического хирургиона, приросшего к спине апотекария, словно паразит, и прикоснулся к щеке Люция тонким лезвием. Инструмент был настолько острым, что мечник ощутил только легкое, как перышко касание, а о порезе догадался лишь после того, как на губы капнула кровь. Темные глаза Апотекария удовлетворенно сверкнули, и он задумчиво кивнул, как будто пытался предугадать исход поединка между равными по силе противниками. И я заметил кое-какие вещи, заставившие гадать, что происходит с нашим возлюбленным примархом, признался Фабий. Из-за обожженной в пустыне гортани его голос напоминал шорох, скользящий по песку змеи. «Что это за вещи?» — спросил Сарон. «Изменения в составе его крови и плоти», — ответил Фаби. «Похоже, что молекулярные связи, благодаря которым организм является единым целым, начинают распадаться». «Что могло привести к этому?» — Фаби пожал плечами. «В этом мире ничего», — плотоядно усмехнулся он. «Как вы понимаете, процесс этот представляет колоссальный интерес». Его тело как будто подготавливается к величайшему вознесению, к чудесному растворению плоти, переходящей в иное необычное качество. «И ты даже не подумал сказать нам об этом!» — воскликнул Люций, не забывая о приставленном к горлу кинжале. Даже при самом осторожном движении мономолекулярное лезвие уже прокололо бы его кожу. «Говорить о чем-либо было еще рано», — отрезал Фабий. «Я не делаю пауз в своих исследованиях, как и вы не останавливаетесь в разгар дуэли». «Хочешь сказать, что веришь ему?» — спросил Марий Вайросиан не в силах скрыть отвращение при мысли, что тело их повелителя узурпировано каким-то другим существом. Мари всегда отличался собачьей преданностью примарху. Исследовал его приказам беспрекословно, не задавая вопросов и не испытывая сомнений. «Да, Вайросян», — ответил Фабий, — «мои исследования еще не закончены, но я уверен, что внутри фениксийца поселилось другое существо, и оно готовится трансформировать его». Люций с мрачным удовлетворением отметил, что именно верность Фулгриму толкает их, словно настоящих заговорщиков на мятеж. В глазах Империума причина их проклятия стала слепое, беспрекословное поклонение выдающейся личности. Ирония этого обстоятельства не ускользнула ни от одного из участников встречи. «Сколько времени должно пройти до полной трансформации?» — спросил Каэссарон. Фабий покачал головой. Это невозможно определить точно, но я подозреваю, что стадия окукливания будет короткой. По правде говоря, изменения на физическом уровне уже начались, и останавливать их, скорее всего, поздно. Но, возможно, все-таки не поздно, спросил Люси. Ничего не могу сказать с уверенностью. В таком случае нам следует попытаться, заявил первый капитан. Если Фулгрим уже не повелевает своим телом, мы должны исправить положение. Мы его сыны и то существо, что завладело его плотью, необходимо схватить и удалить. Наш генетический отец, лорд Фулгрим, и я не желаю подчиняться ничьим приказам, кроме его». Собравшихся капитанов охватило лихорадочное волнение, а Люций судорожно выдохнул. Он сумел убедить собратьев и сохранил кровь в своих венах, а голову на плечах. «И так сразу возникает вопрос», — сказал он. «Как мы собираемся сладить с примархом?» 10. Галерея мечей была тем местом, где эксгибиционисты из числа детей императора предпочитали демонстрировать свои последние достижения в преобразовании плоти. Приверженцы апотекария Фабия, надеясь привлечь его внимание, устраивали показы в окружении быкоголовых статуй, обрамлявших главный проход. Величественные, вырубленные из гранита героя Легиона, запечатлевшие начальные шаги истории детей императора по дорогам галактики, больше ничем не напоминали людей. Их любовно высеченные лица исчезли и были переделаны в формы, удовлетворяющие новому мрачному вкусу Легиона. Ухмыляющиеся фантастические лики наблюдали за каждым, кто проходил под ними. И все, кто поднимал взгляд, ужасались их искаженному виду. Обиталище апотекария Фабия располагалось под галереей мечей. Обширный медицинский комплекс из места излечения, исследований и стремления к совершенству давно превратился в сумбурный лабиринт пыток, стенаний и кошмарных нечеловеческих экспериментов. Фулгрим, величественный в длинном одеянии кремового цвета с серебряной отделкой по вороту и подолу, вошел в галерею мечей в сопровождении Юлия Каясарона. Его талию обвивал пояс из зеркальных дисков, и рука не покидала золотой рукояти анафима. Белоснежные волосы примарха, стянутые в хвост и перевитые жемчугом, удерживал золотой венец в виде лаврового венка. Бледную кожу, обнаженной груди, испещряли многочисленные шрамы, оставшиеся после недавнего лечения и усовершенствования проведенного Фабия. Своим ростом Фулгрим превосходил облаченного в доспехе терминатора Кайсарона. Этот воин внушал страх даже без боевых доспехов. Примарх остановился у статуи, особенно сильно пострадавшей от рук умельцев легиона. Глядя на рептилию с головой быка, он не удержался от улыбки. Броню воина теперь украшали священные символы, а петли из колючей проволоки, закрепленные на его вытянутых руках и на шее, удерживали три выпотрошенных трупа. «Ах, Ильи, ты бы теперь сам себя не узнал», — произнес Фулгрим, и в его голосе прозвучали ностальгические нотки. «Я помню тот день, когда ты впервые обнажил меч, сражаясь рядом со мной против союза восемнадцати племен. Мы тогда были молоды и ничего не знали о внешнем мире. Вы хотели бы, чтобы сейчас он был с нами?» — спросил Каэссарон. Фулгрим со смехом покачал головой. «Нет, потому что, боюсь, мне пришлось бы его убить. Он всегда был таким непреклонным, Юли. Этот воин неизменно придерживался древнего кодекса чести. Не думаю, чтобы он одобрил снизошедшее на нас озарение. Примарх с тоской посмотрел на своего бывшего товарища по оружию, и его лицо цвета алебастра дрогнуло от странного выражения. Глаза Рона уже не могли воспринимать мир с той же отчетливостью, что и прежде. Но даже он заметил во взгляде примарха тени мрачных воспоминаний. Какими наивными мы были, дружище, пробормотал Фулгрим. Какими слепыми. Мой лорд... Ничего, Юли, ответил Фулгрим, направляясь к концу галереи. Как погиб лорд-командор Или, спросил Каясорон. Тебе это известно, Юли. В своем стремлении к совершенству ты не мог не запомнить историю наших прошлых побед. «Да, я знаю, но услышать рассказ из ваших уст всегда намного приятнее». «Ладно», — улыбнулся Фулгрим, — «апотекарий Фаби не будет возражать, если мы немного опоздаем». Каэсарон тряхнул головой. «Уверен, что не будет». «Хорошо. Ах, Ильи, тебя привел к гибели твой характер», — заговорил Фулгрим смягченным воспоминаниями голосом. «Ты легко впадал в ярость и потом горько сожалел об этом. Не лучшие качества для воина, но ты был настолько силен, что оставался в живых, несмотря на этот недостаток. Он был могучим воином, Юлий, высоким и гордым, с трехсторонним палачом Фильчионом, в броне с Кемоса. Он не знал преград, только один воин мог оспорить его превосходство, но Ильи не питал ко мне зависти. Он ведь погиб в городе Левиафане, диктатора Барчитана, не так ли? Если ты так хорошо знаешь эту историю, зачем просишь меня ее рассказывать? Сердито сверкнул глазами Фулгрим. Простите, мой лорд, извинился Каясорон, склонив голову. Это захватывающая повесть, и ваши слова увлекли меня. Тогда придержи язык за зубами, Юлий», — велел Фулгрим. Ты не должен перебивать, когда я говорю. Неужели смерть Эйдолона не послужила тебе уроком? Это было поучительно, сказал Каясорон. Когда я говорю, я уподобляюсь звезде, вокруг которой вы вращаетесь, заявил Фулгрим, слегка наклонясь и уставившись на Каясарона пылающим взором. Черные глаза примарха превратились в озера цвета нефти, готовые вспыхнуть пламенем неописуемой ярости. Каясарон знал, что совершил ошибку, и его жизнь теперь висит на волоске. Мой лорд, кто, кроме вас, может говорить с такой страстью, что я забываю обо всем? «Никто», — согласился Фулгрим. «И это вполне естественно, что мои слова тебя завораживают». Гнев Фулгрима испарился, и он хлопнул могучей рукой по наплечнику Каесарона, отчего первый капитан слегка покачнулся. «Да, мы с тобой стоим друг друга, верно, Юлий?» — заметил примарх. «Предаемся воспоминаниям о прошлых славных победах, когда перед нами выстроились новые враги, и нас ждут новые ощущения». «В таком случае надо поспешить к апотекарию Фабию», — предложил Каесарон, указав рукой на окутанную сумраком арку в конце галереи. «Да, поторопимся», — звенящим от предвкушения голосом согласился примарх. «Интересно, что он предложит на этот раз?» «Он обещает удивительные вещи», — заверил его Юлий Каесарон. 11. Люций наблюдает как Фулгрим и Каясарон приближаются к концу галереи. Дыхание вырывалось из груди короткими толчками, а он старался сдерживать волнение, чтобы сосредоточиться. Как ни будоражил его кровь предстоящий бунт, он все-таки хотел пережить этот день. Нападение на примарха, вероятно, граничило с убийственной глупостью, но вихрь новых ощущений уже обострил интенсивность восприятия. Его обнаженная ладонь Ощущала все разнообразие поверхности камня гладкого и грубого, шероховатого и неровного после резца. От полированной до лунного блеска гранит прежде был безукоризненно гладким, но затем его поверхность, подликующей вопли, была иссечена и переделана заново. Люций уже не мог определить в тени какого из героев скрывался, и этот пробел тревожил его, словно отсутствующий зуб. Люций отогнал только что возникшую навязчивую мысль судорожно вдохнул и все свое внимание сосредоточил на предстоящей задаче. Стремление довести до совершенства каждое испытываемое ощущение весьма благородно, но оно обладает скверным свойством отвлекать воина от намеченной цели. Достаточно плохо, если хотя бы один воин так увлечен этим желанием. Но любой мир, ставший целью одержимости целого легиона, достоин самого горького сожаления. Люций снова окинул взглядом галерею наблюдая, как Каесарон все дальше и дальше увлекает Фулгрима в ловушку. В тени огромных статуй спрятались воины Вайросиана, и каждого окутывала пелена молчания, создаваемая имплантированными нейронными крикунами, которые бомбардировали их мозг пронзительными дисгармониями. После соответствующей команды эти крикуны утихнут, лишив воинов благословенных звуков, что спровоцирует стремление к новым стимулам. Это устройство Вайросиан придумал по пути с призматики и утверждал, что на поле боя оно превращает какафонистов в одержимых убийц. Подобное свойство не может быть лишним при нападении на примарха. С трудом верилось, что примарх не обнаружит их присутствие, но Фулгрим был настолько же увлечен своими страстями, насколько и сам Люций, и весь легион. И если Люций сознавал, как тяжелы и непроницаемы тучи его собственной одержимости, он мог только гадать, каких высот самолюбования достиг такой блистательный воин, как Фулгрим. Справа от себя он видел скрытый в тени вход, заброшенное логово апотекария Фабия. Он помнил, как спускался в слабо освещенный лабиринт после того, как покинул глупцов на Иствани-5. И тогда каждый его нерв был напряжен в ожидании малейшей угрозы. С тех пор он посещал Апотекарион всего несколько раз, поскольку его мастерство мечника исключало необходимость в медицинской помощи. В тот раз здесь царил стерильный клинический холод, пропахший антисептиками, но теперь тут развернулась галерея ужасов. На стенах темнели пятна цвета ржавчины и висели биологические трофеи, а в резервуарах булькали токсические растворы и плавали любопытные образцы мутантов. В апотекарионе стояла страшная вонь, в тот раз, когда Фаби вскрыл его тело и переделал по образу и подобию примарха, помещение показалось ему кладезем диковин. Но как бы Люций не восторгался новым миром, открытым для него Фабием, он не мог преодолеть отвращение к этому месту, хотя теперь он считал подобные мелочи несущественными. Он услышал, как Фулгрим задал вопрос, хотя и не разобрал слов, и мысленно выругался, сознавая, что снова отвлекся. Взяв все об руки, Люций сконцентрировал все внимание на стоящей перед ними задаче. Фулгрим был уже совсем близко, а Люцию, как архитектору замысла, предстояло сделать первый шаг. Он вышел из тени, и незначительная преграда, отделяющая жизнь от смерти, стала еще тоньше. Его чувство переполняло яркость этого момента. Волнующее предвкушение предстоящей операции, явное безумие замысла и необратимость последнего шага. Люций, окликнул его Фулгрим, удивленно улыбнувшись, что ты здесь делаешь? Я пришел поговорить с вами. А где же, мой лорд Люций, ты забыл, с кем говоришь? Я не знаю, с кем сейчас говорю, сказал Люций, вглядываясь в непроницаемые глаза Фулгрима. Он не нашел там ни сострадания, ни гуманности. Ничего, что указало бы на его повелителя и господина, которому он был предан всем сердцем. Он даже сомневался, было ли все это, или он вспоминал несуществующее прошлое, выдуманные черты, чтобы оправдать свой поступок. «Я — Фулгрим, повелитель детей императора», — произнес Фулгрим, оглядываясь по сторонам, словно настораживаясь и догадываясь о петле, в которую сунул свою шею. «И ты должен мне повиноваться!» Люций покачал головой и положил ладонь на рукоять меча, он даже не удивился, обнаружив, что кожа на руке вспотела и стала скользкой. «Я не знаю, кто ты, но ты не фулгрим», — сказал Люций, вызвав смех примарха. Это был настоящий смех, заразительный и веселый. Смех человека, который знает, что услышанная шутка должна быть оценена по достоинству, даже если никто вокруг ее не понимает. «Ты считаешь, что сможешь победить меня, мечник? Я прав?» — спросил фулгрим. Я вижу, как ты поглядываешь на меня, вижу, как стремишься доказать, что ты лучший из всех. Думаешь, я не знаю, как тебе хочется скрестить со мной мечи? Люций скрыл свое изумление. Он считал, что Фулгрим слишком поглощен собственной особой, чтобы заметить его испытующие взгляды. Но следовало помнить, что истинное самомнение питается вниманием окружающих. Фулгрим, вероятно, наслаждался его увлеченностью, и кто знает, что еще он сделал. Неужели все его движения были пантомимы, чтобы подхлестнуть самолюбие Люцией? Или он просто блефовал? Я начал наблюдать за тобой еще на Иствене 5. И ты не тот воин, за которым я шел в бой на Лаэране. Это не тот фулгрим, с которым я спускался на поверхность мира Эльдар, смотрит на меня сейчас и подстрекает к поединку. Ты захватчик, присвоивший лицо моего господина, а я не подчиняюсь приказам узурпатора. Фулгрим снова расхохотался и даже согнулся, словно предаваясь бурному веселью, вызванному словами Люция. А Люций раздраженно нахмурился. Что же такого смешного он сказал? Он бросил взгляд на Кая Сарона, но выражение лица первого капитана не поддавалось определению. «Ах, Люций, ты редкое и неоценимое сокровище!» — воскликнул Фулгрим. «Не понимаешь? Ведь мы все получаем приказы от узурпатора. Хорус Луперкаль еще не заслужил титул императора». А до тех пор, разве он не узурпатор? Это не одно и то же, возразил Люций, чувствуя, что в этом споре Земля уходит у него из-под ног. Хорус Луперкаль уже магистр войны, а ты уже не Фулгрим. Я вижу лицо моего примарха, но за ним скрывается что-то еще. И это существо рождено теми же силами, которые дали нам возможность в полной мере вкусить чудеса галактики. Фулгрим выпрямился. Если дело только в этом мечник. Почему же ты не пойдешь передо мной ниц и не умоляешь открыть тебе глаза на новые чудеса? Если уж я воплощение князя тьмы из варпа, облаченное в плоть твоего возлюбленного примарха, неужели я не смогу лучше него удовлетворить твои стремления и желания? В сумрачном малькове между статуями шевельнулись тени, и Люци увидел, что из-за мрачной фигуры лорда командора Пелеона вышли Гелетон и Абрангс. По главному проходу к ним направился Марий Вайросиан, и силовые контуры его длинноствольной пушки уже гудели, готовые к разряду. Затем из укрытий вышли его, как афонисты, с горящими от жажды нового акустического экстаза глазами. Из подарки, ведущий в его секретное царство, поднялся апотекарий Фабий, сопровождаемый Калимом, Даймоном, Руэном и Крисандром. Фулгрим медленно развернулся, оглядывая собравшихся вокруг него воинов. Люций насчитал их 50 и пожалел, что не позвал еще пятьдесят или еще лучше сотню. Капитаны легиона с оружием в руках и жаждой смерти в сердце окружили Фулгрима. Люций обнажил мечи и шевельнул плечами, расслабляя мышцы. Они не собирались убивать Фулгрима, если подобное вообще под силу смертным. Но эта быстро разворачивающаяся драма, похоже, грозила выйти из-под контроля. Увы, я предан теми, кого считал своими самыми близкими друзьями. — воскликнул Фулгрим, прижав руки к груди, словно сдерживая разбитое сердце. «Вы все согласны с этой ложью? Неужели вы действительно верите, что перед вами не ваш генетический отец, который отвел вас от пропасти вымирания, который привел к истинам, отрицаемым нашим бывшим отцом?» Лицо Фулгрима сморщилось, и Люций с горечью увидел, как по мраморной безупречности его кожи скатилась одинокая слеза. Удрученный взгляд примарха остановился на Юлии Каясароне. «И ты, Юлий?» — спросил Фениксиец. «Значит, конец Фулгриму!» «Взять его!» — крикнул Юлий Каесарон. Залп пронзительных раскатов из пушки Вайросиана заставил капитанов расступиться. От акустической атаки по каменным фигурам протянулись трещины. А Люций, отброшенный звуковой волной на плиты галереи, ощутил восхитительную дрожь во всем теле. Фулгрим покачнулся и упал на одно колено. Его одеяние было сорвано ударной волной, а золотой лавровый венок рассыпался по полу мельчайшими осколками. Тело примарха осталось обнаженным, если не считать багряной на бедренной повязки, и его почти змеиная гибкость вызвала у Люция невольное восхищение. Даймон, подскочив к поверженному примарху сверху вниз, словно топором палача нанес удар своим огромным молотом. Фулгрим уклонился от удара, так что усеянный шипами молот врезался в каменный пол. Осколки фонтаном взлетели из-под шипов, и прежде чем Даймон сумел поднять оружие, Фулгрим встал и нанес ему по лицу удар открытой ладонью. Воин не успел даже вскрикнуть, как на его голове вместо лица образовалась кровавая вмятина. Пока Даймон падал, Фулгрим успел правой рукой перехватить рукоять молота а Руин, ринувшись вперед, всадил в бок примарха отравленное лезвие своего кинжала. Рукоять молота врезалась в руку Руина, переломав кости от плеча до самой кисти. Вопль капитана прозвучал в ушах Люция настоящей музыкой. А Фулгрим тем временем успел выдернуть из своего тела смехотворный миниатюрный кинжал. Ударом ноги он отбросил руина, и тот, пролетев через всю галерею, с треском ломающейся брони и костей ударился в статую. Люций кружил возле примарха, еще не решаясь вступить в бой. Рукоять меча вибрировала в руке. Клинок жаждал отведать изысканной крови и заплясать в танцы мечей. «Еще рано, мой милый!» — шептал Люций. «Пусть сначала другие отведают ярости и силы примарха. Если я Труина и оказал какое-то действие на примарха, Люций этого не заметил. Похоже, что капитан 21-й роты напрасно похвалялся будто перед его травой не устоит ни одно живое существо. Какафонисты пустили в ход акустическое оружие, наполнив галерею мечей оглушительным эхом дисгармоничных звуков, от которых у каждого, кто их слышал, из ушей начинала течь кровь. Фулгрим, плоти кости которого так яростно сотрясались от звуковых волн, что этого хватило бы на тройное убийство, закричал от удовольствия. В бой вступил Гелитон. Его шипованный кулак врезался в спину Фулгрима с такой силой, что мог бы сломать позвоночник даже закованному в броню Астартес. Примарх выдержал удар и мгновенно развернулся. Ткнув поднятым локтем, он опрокинул гелитона, оставив его челюсть висеть на одних сухожилиях. Абранкс, видя поражение побратима, с криком направил оба своих меча в шею Фулгрима. Один клинок отразил молот Даймона, но Абранкс увернулся от страшного оружия и вторым мечом рассек горло Фулгрима. Из раны хлынула кровь, а глаза Примарха широко раскрылись от искреннего удивления. При виде великолепного удара, нанесенного таким заурядным фехтовальщиком, как Абранкс, Люций на мгновение ощутил горькое разочарование и острую зависть. Но кровь, едва показавшись из раны, тотчас остановилась а Фулгрим, схватив Абрангса за шею, отшвырнул его в сторону. «Хороший удар, Абрангс!» — почти с удовлетворением произнес примар. «Я это запомню!» В этот момент бич Калима с громким щелчком обвился вокруг левой руки Фулгрима. Клыки Карнадона впились в плоть, из ран мгновенно показались капли крови. Пока Калим подтягивал кнут, Каесарон, шагнув вперед, пустил в ход потрескивающий энергетическим зарядом кулак. Аугментированное оружие обладало мощью, достаточной для поражения брони среднего танка, и удар Каэсарона швырнул Фулгрима на колени. Каэсарон еще не успел ударить во второй раз, а Калим уже резко дернул кнут, и Крисандр сумел вонзить свой кинжал примарху между лопаток. Фулгрим сомкнул пальцы на усеянном клыками кнуте и как будто слегка потянул. Но этого оказалось достаточно, чтобы сдернуть Калима с места и бросить его на Крисандра, после чего оба воина отлетели в другой конец галереи. Кайсарон размахнулся, но Фулгрим уже был готов к его атаке. Он блокировал удар кулака молотом Даймона, а свободной рукой ударил Кайсарона в лицо. Капитан со стоном упал, но Фулгрим даже не попытался его прикончить. «Люций, скорее бей!» – закричал Фабий. Не успел Люций мысленно выругать апотекария, как Фулгрим уже повернулся в его сторону. Примарх бросил молот и поднял мерцающий клинок, подаренный ему Хорусом Луперкалем на борту Духа Мщения. «Ну вот, мы и добрались до поединка, мечник!» — усмехнулся Фулгрим, слегка покачиваясь. Люций посмотрел на пепельно-бледное тело примарха и сплюнул на палубу. «Этот поединок ничего не стоит», — сказал он. «Я Труина, и твои раны делают его бессмысленным». Фулгрим широко развел руки и посмотрел на капли крови, вытекающие из его тела. «Это, — воскликнул он, — это пустяки. Подходи ближе с мечом, который я дал тебе, и мы решим этот спор раз и навсегда. Идет?» Люций склонил голову набок, взглянул в пылающие бешенством глаза примарха и осознал истину, незыблемую и неизбежную. Фулгрим, несмотря на свои раны, убьет его, а Люций еще не был готов умирать. Он еще обдумывал свои шансы, когда за спиной Фулгрима поднялся Каэссерон, и силовой кулак обрушился на череп примарха. Мощный удар, способный раздробить в кровавую кашу череп любого другого противника, бросил Фулгрима на пол. Фениксид стряхнул головой, и его окровавленный оскал напомнил Люцию изображение смерти, увиденное им в развалинах Иствана 5. Фулгрим еще пытался встать на ноги, когда Марий Вайросиан, приставив дуло акустической пушки к его шее, выпустил залп пронзительных звуков, наполнивший галерею шумом и вызвавший новое кровотечение из ушей воинов. Люций вскрикнул от боли, а Фулгрим, закатив глаза, издал стон, в котором явно звучало иступленное наслаждение. Меч выпал из руки примарха и с глухим стуком опустился на треснувшие плиты. Люций, подняв голову, старался прогнать ослепительные разноцветные пятна, плясавшие перед глазами, и избавиться от звона тысяч колоколов в ушах. Он стоял в нескольких метрах от Вайросяна, и даже представить себе не мог, какой эффект выстрел акустической пушки произвел на примарха. Оставшиеся в живых капитаны поднялись и образовали кольцо оглушенных воинов вокруг поверженного божества. В этой беспримерной схватке воины легиона выступили против своего примарха и теперь сознавали чудовищность совершенного. Люций не мог разобраться в собственных чувствах. Он избежал дуэли с Фулгримом, дуэли, которую, как он ощущал всем существом, должен был проиграть. Но какое-то смутное чувство подсказывало ему, что еще представится шанс скрестить клинок с чужеродным оружием примарха и при этом остаться в живых, чтобы рассказывать о поединке. Люци обвел взглядом товарищей, но никто не ответил ему тем же, не в силах отвести глаз от упавшего фулгрима. Калим истекал кровью, сочившейся из многочисленных трещин в броне, а нагрудник Калима был так сильно вдавлен ударом, что его костяной щит наверняка раскололся в дребезги. Абранкс, опустившись на колени рядом с Гелетоном, держал в руках обломки его челюсти. Разверстый рот Вайросиана в торжествующей гримасе раскрылся еще шире, а Юлий Каэ Сарон посмотрел на свой кулак, словно не в силах поверить, что в гневе поднял руку на Фулгрима. Никто не произнес ни слова, никто не знал, что сказать. Они с оружием в руках выступили против своего примарка и наслаждались этим. Молчание нарушил апотекарий Фабии. Глупцы! послышался безжизненный, шипящий голос апотекария. «Вы будете стоять тут, словно вытащенные из воды рыбы, и смотреть, пока он не очнется». Фабий развернулся и направился к арочному входу в свой некрополь, посвященный тайнам хирургии. Шагнув в сумрак перед самым спуском, он снова обернулся к капитанам легиона. «Несите его вниз!» – скомандовал Фабий. «Нам еще многое предстоит сделать». «Что именно ты собираешься сделать, апотекарий?» – спросил Рон. Я намерен изгнать существо, укравшее тело примарха. Как, полюбопытствовал Люций, любыми доступными методами, с отвратительной ухмылкой, ответил Фабий. 12. Это было самое ужасное зрелище, какое он когда-либо видел. Это было самое грандиозное зрелище, какое он когда-либо видел. Фулгрим, фениксиец, повелитель детей императора, командир третьего легиона, связанный, обездвиженный химическими препаратами. Обнаженный лежал на холодной стальной раме хирургического стола, словно подготовленный для анатомирования труп. Его руки и ноги были разведены в стороны, будто у ветрувианского человека с рисунка древнего мастера. Взгляд Люция скользил по бледному телу Фулгрима, по крепкой алебастровой плоти, испещренной паутиной хирургических шрамов и швов, по затвердевшим рубцам, свидетельствующим о непостижимых процедурах и неописуемых экспериментах. Восхитительное ощущение этой измены, удивительное впечатление, ужаса и не... удивительное впечатление ужаснейшего из всех предательств следовало сохранить, словно бесценное сокровище. Но, несмотря на то, что в душе он считал их поступок предательством, разве изгнание существа, завладевшего личностью их повелителя, не было ярчайшим проявлением их преданности? Фаби сновал вокруг лежащего примарха и втыкал в его руки и грудь иглы толщиной с мизинец Люция. Гудящие аппараты подавали сильнейшие снотворные и релаксанты, способные обездвижить самого хрупкого из орков. Блестящие серебряные провода от работающего генератора кинулись к вискам и паху, ко всем точкам, где боль ощущается сильнее всего. Как и подобало при подобном акте насилия, свет был приглушен и единственными звуками в зале были бормотания, доносившиеся из-под капюшонов нуль тварей, жавшихся в сумрачных углах, и свистящее дыхание приборов, установленных Фабием над его... Люций хотел было сказать пациентам, но в голове вспыхнуло другое слово — жертвой. У ног Фулгрима неподвижно замер Юлий Каясарон, а Марий Вайросиан безостановочно ходил по залу, словно загнанный в клетку хищник. Вайросиан всегда был лакеем, и безропотно послушным рабом примарха. Его разум, разрывавшийся между вероятностью подчинения какому-то иному существу и возможным предательством, вероятно изнемогал под тяжестью противоречий и сомнений. Люций почти завидовал ему. Стонущих Гелетона и Руэна Трелл и Фабия отнесли глубже в лабиринт, где для их излечения были подготовлены резервуары с ксеногенным раствором. Даймону помочь было уже нельзя. Его череп был разможжен кулаком примарха но остальные участники заговора остались живы. Мозг Люция прошила неожиданная мысль, и он повернулся к Каесарону. «Ты был уверен, что мы это сделаем?» — спросил он. «Что сделаем?» «Вот это!» — указал Люций на распростертого примарха. «Что мы схватим Фулгрима? Я не надеялся на это». «Ты ничего и не сделал», — заметил Каесарон. «Что ты хочешь этим сказать?» «Взгляни на себя», — прошипел Каесарон. «На тебе нет ни царапины, мечник. Ты втравил братство в это дело, а затем отошел в сторону, предоставив нам драться. Гневкая Сарона вызвал у Люция довольную усмешку. То, что произошло наверху, было настоящей свалкой. Я проявляю в сражении безукоризненную ловкость, полную сосредоточенность и превосходное мастерство. Ни одно из этих качеств наверху не потребовалось. Нет, скорее ты понял, что не в силах его одолеть. И это тоже, согласился Люций. Но я не стыжусь в этом признаться. Правильно. Внезапный гнев Каясарона рассеялся так же быстро, как и вспыхнул. Марий Вайросиан обошел стол, направляясь к ним. Но выражение его исковерканного лица по-прежнему оставалось тайной. «Даймон мертв», — сказал Вайросиан. «И Гелитон умер по пути вниз». «Могу предположить, что легион не слишком пострадает от этой утраты», — заметил Люций. «Рука Руина не подлежит восстановлению», — продолжал Вайросиан, словно не слыша его слов. Крисандр и Калим выживут, но не смогут принять участие в этом. Это небольшая цена за пленение примарха, заявил Каесарон, глядя на подошедшего Фабия. Волосы Фабия были зачесаны назад и стянуты в пучок, что только подчеркивало изможденность его костлявого лица. Глядя в его черные глаза, Люций не мог вспомнить, всегда ли они были такими или изменили цвет в подражание примарху. Длинный, до самого пола халат апотекария был сшит из высушенной человеческой кожи, снятой с убитых на Истване 5. Местами на нем можно было рассмотреть лица с широко раскрытыми в бесконечной агонии ртами, и глаза в ужасе распахнутые при виде скорняцкого ножа. Некоторые лица казались Люцию знакомыми, но он понимал, что без костной структуры они все кажутся почти одинаковыми. Фаби решил не прибегать к автоматическому хирургиону. И вместо этого выбрал пояс из жил с металлическими кольцами, на которых висели пыточные инструменты, различные крючья, лезвия, шипы и щипцы, заблестели в сумрачном свете. Однако Люций сомневался, что столь банальные приспособления смогут вызвать у могущественного примарха хотя бы стоны. Мы готовы начать, объявил Фабий, натягивая потрескивающие серебряные перчатки. Тогда давайте поскорее покончим с этим, предложил Кая если Люций прав и под личиной лорда Фулгрима скрывается какое-то другое существо, то чем быстрее мы от него избавимся, тем лучше. Они рассредоточились вокруг Фулгрима, и каждый сравнивал колоссальное значение их поступка с потенциалом новых чудес и свежих ощущений. То, что они смогли укротить примарха, уже само по себе можно считать чудом. Но изгнать порожденное варпом существо, возможно ли это? Люций переводил взгляд с одного лица на другое и понимал, что ни у кого из собравшихся вокруг тела Фулгрима нет ответа на этот вопрос. Легион Детей Императора воздержался от присутствия в своих рядах библиариев. Генетическая особенность, позволявшая псайкерам использовать силу варпа, появилась впоследствии мутации и считалась изъяном. А в Легионе Фулгрима не терпели ничего, что можно было бы назвать изъяном. «Итак, что мы будем делать?» – спросил Каясорон. «Для начала разбудим его», — сказал Фабий, проводя по груди Фулгрима пальцами в перчатках, которые заканчивались иглами. «Полагаешь, что он не вырвется из путь и не перебьет нас всех?» — спросил Люций. «Мы будем изгонять это существо», — объяснил Фабий, «при помощи логики, угроз и боли». «Боли?» — фыркнул Вайросиан. «Какую боль ты можешь причинить, чтобы примарх ее хотя бы заметил?» По губам Фабия скользнула змеиная улыбка говорящий о том, что ему известно множество видов боли, и апотекарий с удовольствием продемонстрирует свои методы. «Я знаю это тело, как никто другой», — заявил Фабий, и с фамильярностью любовника провел затянутыми в хирургические перчатки руками по коже фулгрима. «Я знаю, как оно было создано, какие тайные силы внедрены в его плоть и кости, какие уникальные органы применены для сотворения столь уникального существа» но я разобрал создание императора на составные части и сотворил из них еще более совершенный организм. В словах Фабия сквозило беспредельное высокомерие, но Люци его понимал. Возможность скрыть тело примарха и обнаружить таящиеся в нем чудеса предоставлялась немногим, возможно никому, кроме этого апотекария, и его высокомерие было, вероятно, обусловлено его знанием. «Так сделай это!» – потребовал Сарон. Фаби кивнул, хотя в этом знаке было больше личного удовлетворения, чем обычного согласия. Сколько же времени должно было пройти, чтобы высокомерие Фабия настолько возвысило его над требованиями субординации? Дети императора, всегда суровые и непреклонные, за неимением ничего другого, придерживались прежнего порядка. Но личные прихоти и желания воинов, поставленные выше интересов легиона, уже было положили начало разложению. Сколько потребуется времени, чтобы мы перестали быть разрозненными бандами, воюющими ради собственного удовлетворения? Фабий открыл зажим на трубке, введенный в руку фулгрима, и по всей ее длине побежала багровая жидкость. Едва она достигла тела примарха, как черные глаза фулгрима открылись, и он часто заморгал, словно внезапно пробудившись от яркого сна. «А, сыны мои!» — произнес фулгрим. «Что за развлечение вы приготовили для меня на этот раз?» Фаби наклонился к уху примарха. «Ты ведь не фулгрим, верно?» Взгляд фулгрима метнулся к апотекарию. И Люцию почудился в нем отблеск соучастия. Наклонившись вперед, он убрал руку Фабия с груди примарха. «Люций!» — воскликнул фулгрим, обдав его благоуханным дыханием. «Как жаль, что нам не дали скрестить мечи, верно?» «Я думаю, ты уже давно соблазнял меня этим поединком», — ответил Люций. Фулгрим рассмеялся, Неужели это было так очевидно? Люци, это был бы незабываемый опыт. Как можно считать себя живым, не отведав вкуса смерти? Восстать из пепла одной жизни и возродиться к жизни иной. Кусить забвение, а потом вернуться. Ах, такие впечатления нелегко забыть. Я считаю, смерть быстро испортила бы мой вкус, сказал Люци. А пока предпочитаю наслаждаться тем, что предлагает нам жизнь. Лицо Фулгрима исказило гримаса разочарования. Какой же ты недальновидный, сын мой? Но это не важно. Со временем ты исправишься. Ну а что скажут остальные? Вы все серьезно верите, что я называю себя вашим повелителем, являясь не тем, за кого себя выдаю? Мы знаем, что ты не Фулгрим, сказал Кая Сарон. А кем же вы меня в таком случае считаете? Существом из имматериума, ответил Вайросиан. Воплощением демона. Демона! Фулгрим снова засмеялся. А как еще можно описать Примарха? «Неужели вы настолько наивны, считая, что все, вызываемое демонами, есть зло?» «Демон или примарк, оба эти существа созданы из нематериальной энергии. Оба они являются гибридами плоти и духа и посланы в этот мир неестественным способом. Если бы вы хоть что-то знали о моем создании, вы бы так легко не бросались словами. Итак, ты признаешь, что ты демон?» – прошипел Каесарон. «Юлий, возлюбленный сын мой!» Неужели ты так сильно стремишься к конфликту, что сознательно закрываешь глаза на реальность? Я ведь уже сказал, что по определению Мария я демон. Демон, вызванный волей того, кто хочет завоевать бессмертие в бушующем царстве богов и готов подниматься по нашим трупам. Он лжет, маскируя обман истиной, предупредил Фулгрим. Он облекает лживые слова в приятную для вашего слуха оболочку. Тогда надо отрезать ему язык, предложил Люций за что был вознагражден отблеском замешательства в глазах Фулгрима. В его глазах он одновременно заметил гнев, веселье и разочарование. Но какое из чувств было истинным, он определить не мог. «Марий!» — снова заговорил Фулгрим. «Из всех своих сыновей тебя я меньше всего ожидал здесь увидеть». Эти слова сочились невыносимой тоской, но Марий Вайросян не дрогнул. С тех пор, как Марий подвел Фулгрима на Лайоране, он стал самым преданным слугой примарха всегда готовым угодить и беспрекословно выполнить любой приказ. Если Фулгрим и надеялся воззвать к этой его черте, его постигло горькое разочарование. «Моя любовь к примарху не знает границ», — сказал Марий, наклонившись вперед, словно намереваясь плюнуть в лицо связанного Фулгрима. «Но ты не он, и я сделаю все, что потребуется, чтобы вытащить тебя из его тела. Ради этого я перенесу любую боль, любые мучения. Понятно тебе, дьявольское отродье?» Лицо Фулгрима раскололось в широкой усмешке. «В таком случае хватит болтать, щенки!» — бросил он. «Давайте начнем наше восхождение к безумию!» 13. Фабий начал с самой древней техники пыток, открыв свою коллекцию и объяснив, для какой цели служит тот или иной инструмент. Набор состоял из самых примитивных приспособлений, изготовить которые мог любой, кто занимался работой по дереву или металлу. Молотками, щипцами с острыми кончиками, когтями, факелами для прижиганий, шилами, терками и дрелями и более изощренных орудий. Среди них были зажимы для нервов, прижигатели чакр, буры для костного мозга и стимуляторы стволовой части головного мозга. Применение последнего устройства доставляет мне наибольшее удовольствие, сообщил Фабий размещая на спине фулгрима несколько металлических шипов. Стол, на котором лежал примарх, повернулся вокруг продольной оси, открыв взглядом иссеченные плечи и спину, сплошь покрытые рубцами и заживающими шрамами. Тело примарха навело Люция на мысли о неуклонном стремлении к желанному мучению, которое может вынести только истинный приверженец боли. «Что это такое и что она делает?» — спросил Каясарон. Фабий, довольный возможностью поговорить о способе причинения боли, улыбнулся. Это нейронный паразит, полученный из мозговой жидкости, созданный при помощи генной технологии и нанотехники, от гибрид капитанов Диаспорикса. Это не ответ на вопрос, бросил Марий. Фабий кивнул и пальцем с длинным ногтем постучал по затылку Фулгрима. Люций, увидев это, нахмурился. Для Фабия тело примарха было просто куском мяса, на котором он мог совершенствовать свои приемы. Исход этого мятежа определит будущее легиона. А для апотекария происходящее всего лишь возможность разгадать новую биологическую загадку и испытать очередное изобретение. Антипатия к Фабию, которую всегда питал Люций, переросла в ненависть. Фабий взял в руки предмет, напоминающий заднюю часть боевого шлема и вывернул изнанкой наружу. Внутренняя поверхность ощетинилась тонкими шипами, соединенными с инжектором, в котором переливалась серебристая жидкость, похожая на ртуть. При соприкосновении с объектом наножидкость поступает в тело, затем проникает в стволовую часть мозга и по нейронным проводящим путям попадает в мозг. Различные виды ксеносов, используемых при получении сыворотки, были одержимы увеличением психического потенциала, и вмешательство в деятельность мозга позволяет оператору устройства проникать в любую часть и стимулировать любые процессы. «До какого предела?» – спросил Люций, уже предугадывая ответ. «Все смертные представляют собой простой механизм», – сказал Фабий. «Механические животные из плоти и крови, движимые по существу механистическими побуждениями. То, что мы ошибочно называем личностью или характером, на самом деле просто реакция на стимулирование». Создав достаточно сложный алгоритм, можно с большой точностью скопировать любую машину, которую невозможно будет отличить от живого существа. Зная об этом, мы можем стимулировать определенные участки мозга, усиливая одни части и блокируя другие. Если бы я захотел, я мог бы разбить голову новорожденного о стену на глазах его матери и заставить ее наблюдать за этим с неподдельным восторгом. Можно слегка дотронуться до груди человека, но убедить его в том, что я голыми руками вырываю у него сердце. В таком случае, к чему все остальные устройства? спросил Каяссорон. Хотя этот прибор и способен убедить человека в том, что он сгорает дотла без единой искры поблизости, более простые методы причинения боли доставляют особое удовольствие, признался Фабий. Ну, в этом мы с тобой согласны, сказал первый капитан. «Чего же мы ждем?» — воскликнул Вайросиан. «Пора приступать и покончить с этим делом как можно скорее». Фаби медленно кивнул и снова повернул стол. Лицо Фулгрима побагровело, и Люци видел, что их попытки спасти душу, чье тело он украл, доставляют ему удовольствие. «Я помню это устройство», — сказал Фулгрим. «Неужели ты надеешься, что оно справится с таким существом, как я? Мой разум на порядок мощнее, чем твой, он обретается в непостижимых для тебя пространствах, пределы его так велики что не могут быть заключены в костяную коробку и простирается он до таких царств где обитают только боги это мы сейчас выясним буркнул фабий оскорбленный недоверием к своей гениальности начиная с этого приказал кесаон и если мы добьемся успеха фулгрим сможет вернуться в неповрежденное тело дети мои «Вас увлекли, словно овец на бойне», — произнес Фулгрим. «Люций подбрасывает вам идею, пробуждающую искру интереса в вашей скучной жизни. И вы принимаете ее за путеводную звезду, лишь бы что-то почувствовать. Неужели наше вознесение вас ничему не научило? Настоящая жизнь требует несогласия в мыслях и делах. Братства нужны робким, и только ересь благословенно. «Хватит разговоров!» — оборвал его Люций. Он выбрал клещи с острыми лезвиями и зажал в них средний палец на правой руке фулгрима. Одного легкого нажатия хватило, чтобы отделить палец у среднего сустава. Из обрубка брызнула струя крови, но через мгновение кровотечение уменьшилось. Фулгрим застонал, но был ли это стон вызван болью или наслаждением, Люций не понял. Фабий, сердито нахмурившись, вырвал клещи из рук Люция. Пытка требует точности и последовательности. Это настоящее искусство, бросил он. А резать и калечить наугад – удел дилетантов. Я не стану принимать участие в тупой резне. Тогда прекрати болтать и займись делом, а то мне кажется, что ты увиливаешь. Мечник прав, согласился Каесарон, нависая над апотекарием. В своих терминаторских доспехах он значительно превосходил апотекария, и Фабий неохотно кивнул. Как прикажешь, первый капитан сказал он, отворачиваясь к своим инструментам. Мы начнем с боли, причиняемой огнем. У Люция заколотилось сердце. Когда он увидел, как Фаби берет с полки газовый резак и трижды нажимает на рычаг зажигалки, чтобы получить пламя. Затем регулирует клапан, и струя пламени сужается, словно для резки металла. Юлий Каясорон нагнулся к фулгриму. Это твой последний шанс, дьявольское отродье. Убирайся из тела моего примарха, и ты не пострадаешь. Я рад страданиям, оскалился Фулгрим. Кайсарон кивнул, и по его знаку Фабий направил пламя на одну из обнаженных ног Фулгрима. Под воздействием колоссального жара мягкие ткани сморщились и стали стекать, словно расплавленная резина. Спина Фулгрима выгнулась дугой, челюсти разошлись в беззвучном вопле, а на шее под кожей вздулись вены, и словно сталкивающиеся тектонические плиты заходили желоваки Юлий увидел как из под раздвинувшейся плоти появилась кость белая и блестящая в первое мгновение но тут же почерневшая от жара с громким шипением и треском сгорал подкожный жир и дым оседал в гортане плотным резко пахнущим налетом люцию и прежде приходилось ощущать запах горелой плоти. Но по сравнению с той скудной трапезой, сейчас он испытывал поистине эпикурейское наслаждение. Он видел, что этот запах произвел такое же впечатление и на остальных. Исковерканное лицо Каясарона заметно смягчилось, а Марий Вайросян держался на ногах только усилием воли. Лишь на Фабе оказалось, ничто не подействовало, но Люций подозревал, что Апотекарий в его исследованиях божественной биологии тела примарха успел насладиться многими запахами и вкусами. Фабий держал горелку над ногой фулгрима до тех пор, пока вся ступня не превратилась в жидкую черную массу, стекающую на покрытый плитами пол Апотекариона. Юлий Каесарон взялся рукой за почерневшую кость. «На этом твои страдания могут завершиться», — сказал он, с поразительной быстротой восстановив самообладание. Люций, все еще ощущая удивительно насыщенный аромат горящей плоти примарха, облизнул губы. Фулгрим с натянутой улыбкой посмотрел на Кая Сарона. «Страдания? Что ты знаешь о страданиях? Ты воин, ты сражаешься, когда я тебе приказываю. Ты инструмент для выполнения моей воли и больше ничего. Ты не страдаешь, и не тебе говорить об этом». «Я предпочитаю обойтись без страданий», — возразил Каэссарон. Человек обладает достаточной силой, чтобы управлять своими чувствами, и тогда невозможно заставить его страдать. Боль и унижение испытывает тот, кто утратил контроль над собой. Это относится к человеческим слабостям. Я достаточно силен, чтобы не допускать страданий. «Тогда, Юлий, ты еще глупее, чем я думал», — воскликнул Фулгрим. «Откуда, по-твоему, берется сила, как не из страданий? Она возникает из утраты лишений. Те, кто не испытывал страданий, никогда не достигнут равного могущества с теми, кому пришлось мучиться. Человек должен быть слабым, чтобы страдать, и путем страданий он становится сильным. «В таком случае, когда мы с тобой покончим, ты станешь могучим», — посулил ему Вайросиан. Фулгрим рассмеялся. «Боль — это истина», — сказал он. «Страдание — есть тонкий кончик кнута, а отсутствие страданий — это рукоять кнута, который держит в руке повелитель». Каждое страдание является испытанием любви, и я докажу это, выдержав любую боль, какую вы сумеете причинить мне, потому что я люблю вас всех. Это говорит не Фулгрим, заявил Коэса Рон. Это сладкая ложь, цель которой ослабить нашу решимость. Неправда, возразил Фулгрим, все истины, что я познал после того, как лишил жизни брата, подтверждают это. Все в этой Вселенной связано между собой невидимыми нитями, даже то, что кажется несовместимым. «Откуда тебе это известно?» — спросил Люций. Лорд Фулгрим был ценителем красоты и чудес, но его едва ли можно было назвать философом. «Чтобы преклоняться перед красотой и чудесами, надо быть философом в душе», — ответил Фулгрим, разочарованно покачав головой. «Я заглянул в самое сердце варпа, и я знаю, что жизнь — это борьба противоположностей, света и тьмы, жары и холода, и, конечно, наслаждения и боли. Вспомните экстаз наслаждения и невыносимую боль. Они связаны между собой, хотя это и не одно и то же. Боль может существовать без страдания, и можно страдать, не испытывая боли. Согласен, кивнул Кайсорон. Но в чем тут смысл? Что можно узнать, испытав боль? Что огонь обжигает и он опасен? Это единственный урок, который может извлечь личность. Знания, полученные путем страданий, объединяют нас на пути к превосходству, открывают нам двери Дворца Мудрости. Боль без страданий все равно, что победа без борьбы. Одно без другого не имеет смысла. Но в конечном счете, настоящее страдание соизмеримо только с настоящей утратой. «Следовательно, мы страдаем», — заметил Вайросиан. «Мы лишились своего возлюбленного примарка». Слащавая сентиментальность Вайросиана пришлась не по вкусу Люцию и он опустил взгляд на обрубок ноги Фулгрима. Плоть на ней выгорела, но вокруг кости начал образовываться тонкий прозрачный слой, повторяющий прежнюю форму. Словно змея, сменившая кожу, ткань на ноге Фулгрима оказалась маслянистой и сырой, но она постепенно приобретала прежний вид. «Смотрите!» — воскликнул Люций. «Он восстанавливается. Надо усилить натиск». Фаби с академическим интересом перевел взгляд с лица Фулгрима на его исцеляющуюся ногу. А Каэсерон и Вайросиан взялись за пыточные инструменты. Боевые капитаны, встав с обеих сторон от стола, немедленно пустили в ход выбранные устройства. Каэсерон плоскими щипцами расплющивал костяшки пальцев, а Вайросиан орудовал специальным рубанком, при каждом движении сдирая с груди Фулгрима длинные полосы кожи. «Ах!» — усмехнулся Фулгрим. «Вот уж поистине тяжелое бремя счастья можно снять только страданием!» Запах крови Фулгрима ударил Люцию в нос, и он задумался, воспользоваться шилом или топором. Но взгляд на лицо Фулгрима его остановил. Действия каесарона и Вайросиана повергли бы в безумие любого смертного. А Фулгрим, похоже, наслаждался происходящим. Их взгляды встретились. «Давай, Люции!» — сказал Фулгрим. Бери какое-нибудь приспособление, Фабия. Пусть моя плоть кричит. Люций, покачав головой и опасаясь, что может выполнить пожелание Фулгрима, скрестил руки на груди. Не хочешь? усмехнулся Фулгрим. В отличие от этих глупцов, ты знаешь, что уступка соблазну впоследствии заставит раскаиваться. Это верно, но я полагаю, что существо, сумевшее завладеть телом Фулгрима, сумеет вытерпеть любую боль без каких-либо последствий. Как ты проницателен, сын мой. Должен признать это довольно забавно, но боль доставляет мне всего лишь небольшое раздражение. По крайней мере, та боль, которую вы способны причинить. Каесарон приостановил свои усилия и посмотрел на Фабия. Он говорит правду. Фабий, обогнув стол с растущим недоумением, принялся изучать биоритмы Фулгрима. Люций не обладал знаниями апотекария, но даже ему стало ясно, что с тем же успехом они могли декламировать стихи, стоя вокруг связанного примарха. Вайросиан отшвырнул свой рубанок и при этом разбил стеклянный цилиндр, стоявший на полке в затененной нише. Ядовитая жидкость хлынула на пол и задымилась, а вместе с ней вывалился и пучок каких-то пульсирующих органов, пересаженных на фрагмент человеческой плоти. Что бы это ни было, уже через пару мгновений их конвульсии прекратились. Фабий, бросившись на колени рядом с блестящими останками, кинул на Вайросиана убийственный взгляд. Марий проигнорировал гнев апотекария. Он приподнял руками голову Фулгрима и сам наклонился, будто для поцелуя, а вместо этого ударил Фулгрима затылком о раму и испустил рев, исполненный яростной печали, заставив вздрогнуть Люция и Каэсарона. Рев эхом раскатился по залу, как будто над их головами пролетела грозовая птица. Акустическая волна разбила все стеклянные предметы, и их осколки со звоном осыпались на плиточный пол. «Ты — порождение зла!» — вскричал Вайросиан. «Изыди, или я оторву голову от этого тела!» Пусть лучше мой примарх погибнет, чем я позволю тебе еще хоть мгновение владеть его телом. Люций еще не сумел оправиться после звукового удара, а Фабий уже набросился на Вайросиана и оттащил его от Фулгрима. «Идиот!» — завопил Фабий. «Твой бездумный гнев разрушил плоды многих месяцев моей работы!» Вайросиан стряхнул себя разъяренного апотекария и уже поднял кулак, чтобы превратить его череп в кровавую мешанину костей. «Марий!» — крикнул Фулгрим. «Остановись!» Десятилетиями лелеянная преданность лишила Вайросиана возможности двигаться. А Люций тотчас вспомнил остальной хватки, присущей примаркам. Даже он сам, не слишком уважающий любую власть, оторопел от окриков Фулгрима. «Ты называешь меня порождением зла, но как ты определяешь, что есть добро, а что зло? Разве это не произвольные понятия, выдуманные человеком для оправдания своих поступков?» — продолжил Фулгрим. «Подумай о том, как изменяется добро и зло, и ты поймешь, что я тот, в кого я превращаюсь? Есть существо совершенной красоты. Воплощение добра. Люций подошел к стальному столу и посмотрел на Примарка, чувствуя, что его слова имеют смысл на уровне и еще недоступном его пониманию, но от которого может зависеть его будущее. Подняв шило с длинным загнутым концом, он погрузил его в грудь Примарка, сквозь не до конца заживший шрам. Фулгрим поморщился, когда металл проник в его плоть. Но Люций снова не мог определить, каким ощущением вызвана гримаса примарка. «Во что же ты превращаешься?» — спросил он. «Вопрос задан неверно», — ответил Фулгрим. И Люций стал дюйм за дюймом протыкать шило глубже. «А как будет правильно?» Марий и Юлий подошли ближе, а Фабий продолжал сыпать проклятиями по поводу растраченных усилий, разглядывая растекающиеся лужицы и дымящиеся осколки под ногами. Правильнее будет спросить, к чему стремится наша Вселенная. А на это можно ответить только после того, как вы поймете, откуда мы произошли. Марий, следуя примеру Люция, выбрал себе инструмент из коллекции Фабия. Он повертел в руке устройство, формой напоминающая бутон. Потом покрутил винтовую рукоятку и увидел, что металлические лепестки стали постепенно расходиться в стороны. Удовлетворенно кивнув, он вернул инструменту первоначальную форму подошел к столу и сунул инструмент в промежность примарха. «Мы произошли с Терры», — сказал Марий. «Ты это имеешь в виду?» Фулгрим снисходительно улыбнулся. «Нет, Марий, я хотел услышать, что было раньше. Настолько раньше, насколько это возможно». Марий пожал плечами и несколькими толчками ввел устройство глубже в тело Фулгрима. А Юлий взял из набора несколько серебряных штырей, коротких и длинных, но одинаково заостренных с одного конца. Одним за другим он проткнул тело Фулгрима семью штырями, выстроив их в линию от макушки до паха. По его уверенным движениям стало понятно, что Каясарон не новичок по работе с этими иглами. Люцию показалось, что его выбор слишком безыскусен по сравнению с инструментами его товарищей. Но ведь и сам он решил предпочесть простое шило и очередным ударом загнал его еще глубже в неизвестные внутренние органы нечеловеческого тела Фулгрима. За действиями Каэсарона Фулгрим наблюдал с гордостью наставника, следящего, как его ученик без подсказок ведет бой. Как только Каесарон выпрямился, примарх покачал головой. «Положение иглы в чакре Сватхистана не совсем верное, Юлий. Возможно, это из-за внедрения инструмента Мария. Немного выше было бы правильнее». Каэсарон снова нагнулся, убедился в правоте замечания Фулгрима и переставил иглу. Не считая нужным благодарить за подсказку, он собрал медные провода, тянувшиеся от штырей, и подсоединил их к разъемам генератора. После щелчка выключателя зал наполнился низким гулом, а от проводов посыпались искры высокого напряжения. У Фулгрима щелкнули сжатые челюсти, и в омутах его черных глаз заплясали плененные молнии. Потом потемнела кожа, и Люций ощутил электрический запах сжигаемого изнутри тела. Даже испытывая боль, достаточную, чтобы прервать жизнь тысячи смертных, Хулгрим продолжал говорить. Эта вселенная зарождалась в элементарной простоте, распространяясь так быстро, что скорость это не поддается определению. В первый незначительный период своего существования вселенная стала обителью простейших неустойчивых элементов, которых мы себе даже не в состоянии представить. Но со временем эти элементы стали соединяться в более сложные формы. Частицы становились атомами, атомы – молекулами, пока они не дошли до такой сложности, что начали образовывать первые звезды. Эти новорожденные звезды росли и умирали на протяжении миллионов лет, и взрывы и гибели давали жизнь новым звездам и планетам. Вы и я – это яркие сущности, рожденные из сердца звезд. Поэтично, но какое отношение все это имеет к добру и злу? спросил Кесарон не переставая регулировать ток в серебряных штырях, но невольно заинтригованный. Люци удивился. Он всегда считал первого капитана обычным воином, который интересуется исключительно воплощением своих желаний и способами причинения боли противникам. «Я к этому и иду», — заверил его Фулгрим. Люцию пришлось напомнить себе, что они тут, вообще-то, собирались пытать примарка, а не слушать лекцию о сущности Вселенной. Он хотел высказать свое замечание, но Фулгрим его опередил. Ничто не происходит случайно, продолжал он. Все, что появляется на свет, является частью естества Вселенной, результатом ее стремления к усложнению. Ох, да, великолепно, Мари! Поверни винт еще раз. Ну, как я уже говорил, все вещи появляются и соединяются в процессе созидания, в процессе перехода от простейшего организма к высшему разумному существу. При определенных условиях все стремится стать более красивым, более совершенным и более сложным. Так было с самого начала цикла жизни Вселенной. И эта тенденция так же неизбежна, как и неизменна. Люций кивнул и прочертил шилом внутри тела широкую дугу. И к чему все это приведет? Что лежит в конце перехода от простого к сложному? Фулгрим пожал плечами, хотя его движение вполне могло быть обусловлено электрическим током, сжигающим кости. Кто может знать? Кто-то называет конечное состояние божественности, кто-то нерваной. В поисках лучшего определения я выбрал бы комплексность. Это конечная цель всех вещей, независимо от того, знают ли они о своей роли во Вселенной или нет. И ответ прост. Голос Фулгрима затих, его спина снова выгнулась, и изо рта показалась струйка крови. Люцию хотелось верить, что это его шило проткнуло позвоночник Фулгрима, вызвав сильную боль. Но все три воина трудились одновременно, и с точностью определить результат каждого было невозможно. Фабия вошел вокруг стола и с растущей тревогой обратил внимание на основные показатели жизнедеятельности Фулгрима. Вы убиваете его, сказал он. Один из вас должен остановиться. Нет, отрезал Марий, боль выгонит из него демона. Он должен освободить тело Фулгрима, прежде чем тот умрет. Недоумок, выругался Фабий. Ты думаешь, гибель смертной оболочки заботит демона? Как только физический сосуд будет разрушен, его сущность просто сконцентрируется где-нибудь в варпе. Так что же мы тогда делаем?» — воскликнул Люций. Отпустив рукоятку шила, он схватил Фабия за горло. В заботе о потекаре о фулгриме Люций снова углядел какой-то тайный сговор. Он стал сжимать горло Фабия, пока у того глаза не вылезли из орбит. «Ты не в силах повредить демону!» — прохрипел Фабий. Но если причинить ему достаточно сильную боль, возможно, удастся заставить его ослабить хватку. «Возможно, удастся!» — вскричал Каясарон. «Всем твоим заявлениям не хватает уверенности!» Люций ощутил укол в области паха и, опустив взгляд, увидел, что из кожаного балахона Фабия высунулось какое-то устройство, состоящее из ржавых металлических спиралей, сухожилий и хрящей. На конце имелся шприц, наполненный мутной розовой жидкостью. Игла проткнула гибкую прослойку в сочленении доспеха и на дюйм погрузилась в его бедро. На лице Фабия появилась змеиная улыбка. «Попробуй еще раз поднять на меня руку, и шприц впрыснет тебе такую дозу виты ногтис, которой хватит на целую роту». Люций с большой неохотой отпустил апотекария, и тогда холодный металл вышел из его тела. Как бы ни желал он дать себе волю и сломать Фабию шею, близость смерти тоже вызвала у него довольную улыбку. От Фаби она не ускользнула. Это восхитительно до тех пор, пока эликсир не доберется до твоей нервной системы. Шесть ударов сердца испытываешь восторг, а потом ты мертв, и мир ощущений исчезает. Запомни это на тот случай, если тебе еще раз захочется выместить на мне свой гнев. Каесарон оттащил их друг от друга. Хватит, надо заняться делом. Апотекарий, мы можем изгнать этого демона болью. И отвечай прямо. Фабий говорил, не спуская глаз с Люция. А мечник встретил его враждебный взгляд со спокойным равнодушием, зная, что это разозлит его еще сильнее. «Я не могу ответить», — признался Фабий. «Любое смертное тело было бы бесповоротно разрушено задолго до того, как мы заставили бы демона хотя бы ослабить хватку. Но тело примарха выдержит достаточно долго, чтобы достигнуть поворотной точки, когда боль выгонит демона». «В таком случае надо применять нейронное устройство с паразитом», — сказал Марий. «То самое, что ты создал после изучения гибрид капитана в Диаспорикса». Фаби кивнул, соглашаясь с ним. И Люций понял, что он только и ждал этой возможности. Низко нагнувшись, он поместил полушлем на голову фулгрима и прикрепил к серебряному металлу длинные тонкие трубки. Другие концы трубок, извиваясь по полу, уходили к негромко гудящей машине создатели которой, казалось, не имели отношения к человечеству. На панели машины перемигивались многочисленные разноцветные огоньки, а издаваемые ею звуки находились вне уровня восприятия смертных. Сквозь прозрачные стенки трубок Люций увидел, как к телу примарха поползла переливающаяся жидкость, похожая на ртуть. «Лучше бы оно подействовало», — заметил Каэссарон, толкнув Фабия в грудь. Если ты соврал, никакие вонючие эликсиры не помешают мне тебя убить. Радужная жидкость потекла в тело примарха, и в тот же момент с его полных губ сорвался вздох сластолюбца, открывшего для себя новое наслаждение. Глаза Фулгрима широко раскрылись, и он осмотрелся вокруг, как человек, пробудившийся от ярких воспоминаний о полузабытых друзьях и возлюбленных. «А, сыны мои!» — произнес он, словно пытка встревожила его не больше, чем прикосновение крыла бабочки. «Где я был?» Кровь покрывала его тело сплошным багряным одеянием, и изо всех пор сочился запах сгоревшего мяса. Вокруг серебряных игл дрожал раскаленный воздух, а дьявольское приспособление, введенное Марием, полностью раскрывшись, заставило тазовые кости примарха неестественно выгнуться вперед. «Мы говорили о добре и зле», — напомнил Люций. С этими словами он снова взялся за деревянную рукоятку шила и проткнул его еще глубже. «Да, ты орудуешь этим шилом с мастерством настоящего ремесленника», — похвалил Фулгрим. «Ты так же хорошо владеешь мелким холодным оружием, как и мечом. Я тренируюсь. Это мне известно». «Твое изобретение работает?» — спросил Каэсарон у Фабия, манипулирующего голографическими дисками и жидкокристаллическими датчиками. «Работает», — подтвердил Апотекарий. «Я могу изменить биохимию его мозга, и он будет видеть то, что я хочу, и чувствовать то, что я хочу. Скоро мы сможем управлять его разумом». Хулгрим рассмеялся, потом залился слезами. Его тело сотрясали дикие судороги, а затем по нему пробежала дрожь величайшего наслаждения. Он беззвучно кричал, испытывая неведомые ужасы, и облизывал губы, впитывая невообразимые ароматы. «Что с ним происходит?» – спросил Марий. Я стараюсь контролировать процесс, пояснил Фаби. Возможность манипулировать таким великолепным материальным образцом сверхъестественного совершенства явно доставляла ему удовольствие. Его мозг настолько сложен, что вы даже представить себе не можете. Это миллионы пересекающихся друг с другом лабиринтов. Разобраться в них дело нелегкое. Поторопись, приказал КСР. Фаби не обратил внимания на угрозу в голосе первого капитана и продолжал бесконечно изменять состав жидкости и настройки машины. Следить за ним было очень утомительно, тем более, что Люций не имел представления, что именно он изменяет, и как это может отразиться на состоянии примарха. Он видел, как напряглись под кожей фулгрима все вены, и понимал, что примарх не собирается без борьбы уступать Фабию контроль над своим разумом. На лице фулгрима мелькали отражения тысячи эмоций, и на мгновение Люцию самому захотелось подвергнуться воздействию машины Фабия. Как бы он себя чувствовал, если бы чужая рука направляла его по пути бесконечных ощущений. Но стоило ему только вообразить подобное путешествие, как Люций понял, что он слишком эгоцентричен, чтобы позволить кому-то другому управлять собой. Наконец тело Фулгрима расслабилось, конечности обмякли на холодном металле, и с его губ сорвался вздох облегчения. Фабий торжествующе улыбнулся, открыв пожелтевшие зубы и блестящий змеиный язык. «Я овладел им», — сказал он. «Что прикажешь теперь сделать, первый капитан? Ты можешь заставить его говорить правду?» «Конечно, это совсем не трудно». Поспешное соглашение Фабия насторожило Люция. Он нахмурился, удивляясь легкости, с какой апотекарию удалось взять под контроль существо, которое он описывал невероятно сложным. Люций выдернул шило из тела Фулгрима и, обойдя вокруг стола, встал рядом с Фабием. «Плевать на вид и ногти! Если обнаружится, что апотекарий лжет, он его уничтожит!» Лица на длинном одеянии апотекария изгибались, словно поднимаясь и опускаясь в ледяных волнах. А их безмолвные вопли молили Люция оборвать страдания. Местнику было не до них. Он прикидывал, куда лучше воткнуть шило, чтобы наверняка убить Фабия. Апотекарий, казалось, не заметил его присутствия, его руки порхали над панелью чужеродной машины, словно руки органиста над клавикордами. Тело Фулгрима лихорадочно извивалось на столе, а когда он понял, к чему его принуждают, на лице появилась иступленная улыбка. «Ах, сыны мои!» — выдохнул примар. «Вы жаждете истины? Какие же вы простаки! Неужели вы не понимаете, что истина таит в себе самую ужасную опасность? Твое время подходит к концу, демон!» — сердито бросил Марий. Тебе нет места в нашем легионе. Ты — воплощение зла». Фулгрим рассмеялся. «Ох, Марий, ты назвал меня воплощением зла, но это бессмысленное определение, пока ты не поймешь, что есть зло, а что есть добро. Ладно, вы хотите истин, я вам их представлю. Если вы согласны с тем, что Вселенная постоянно движется к финальному состоянию комплексного совершенства, и что это неизбежное предназначение, значит все, что мешает этому процессу, должно быть определено как зло. Согласно той же логике, все, что способствует движению вперед, есть добро. Я стремлюсь к комплексному совершенству, а вы, задерживая меня на этом пути, действуете во имя зла. Так что в этом зале только я есть добро. Ты собрался затуманить нам мозг парадоксами о сущности Вселенной, о добре и зле, прошипел Марий. Я знаю, как выглядит зло, и сейчас вижу его перед собой. Ты смотришь на себя самого, Майри Иваросиан, — сказал Фулгрим. Неужели ты до сих пор не постиг истину? Истину чего? Истину меня. Люци увидел, как бицепсы Фулгрима вздулись с неожиданной силой, и ремни, удерживающие правую руку, лопнули. Он отшатнулся. В следующее мгновение освободилась левая рука, и примарх, поднявшись, стал срывать с себя серебряные иглы, торчащие из тела и закрепленные фабием в самом начале биометрические датчики. Затем Фулгрим отшвырнул Мария и со вздохом сожаления выдернул устройство, которым орудовал третий капитан. Пыточный инструмент звонко ударился о пол и откатился в сторону окровавленным железным цветком. Жаль, сообщил Фулгрим, мне это уже начало нравиться. Примарк освободился от ремней на бедрах и лодыжках, с той же легкостью, с какой проснувшийся ребенок сбрасывает одеяло. Он свесил ноги со стола, и Юлий Каесарон ринулся к примарку, чтобы снова опрокинуть его, но был отброшен небрежным мановением руки. Фаби попятился к стене, а Люций, понимая, что пытаться убежать бессмысленно, остался стоять на месте. Он осознал, насколько они были слепы и наивны, как они могли поверить, что сумеют справиться с примархом. Они победили его только потому, что Фулгрим сам так захотел, потому что захотел, чтобы они прошли через это. Фениксиец видел сомнения своих воинов, и он сам подвел их к этому поступку. Сам привел в это место, чтобы открыть свою истинную сущность. Фулгрим повернулся к нему и улыбнулся. В одно мгновение Люций понял все, что было сказано и сделано Фулгримом после Иствана. В глазах Фулгрима он прочитал одобрение и тогда опустился на колени. «Умоляешь, Люций?» – спросил Фулгрим. «Я ожидал от тебя большего». «Не умоляю, мой лорд», — ответил Люций, не поднимая склоненной головы. «Я воздаю хвалу». Юлий Кайсарон, пошатываясь, поднялся на ноги. Вокруг его силового кулака, пробужденного к жизни, заплясали багровые молнии. Марий Вайросиан скинул дуло акустической пушки и уже приоткрыл рот, готовясь к залпу, грозящему истребить всех, кто присутствует в зале. «Теперь ты знаешь?» — спросил Фулгрим. «Знаю», — подтвердил Люций. Я должен был с самого начала понимать, что вы никогда не подчинитесь чужой воле. Если я не могу этого допустить, как я могу ожидать такого от вас? Мечник, о чем ты толкуешь?» – потребовал объяснений Каесарон. «Ты переметнулся на сторону демона?» Люций покачал головой, усмехаясь в слепоте Каесарона, не узнающего очевидную теперь истину. «Нет», — ответил он, — «я не предатель, я ошибался». «В чем ошибался?» — Каесарон уже поднял для удара кулак. «Во мне!» — ответил вместо него Фулгрим. «Это лорд Фулгрим!» — сказал Люций. «Наш лорд Фулгрим!» 14. Фулгрим шагал по сцене Ла Финичи с видом актера, исполняющего последний монолог перед падением занавеса. Натренированным взглядом за ним следил Люций отмечая его текучую грацию безупречных движений и удивляясь, как мог так долго не замечать истину. Вид фениксийца, как и прежде, облаченного в пурпурно-красные боевые доспехи, снова зажигал огонь в крови. Божественный воин безупречного сложения и света. Никаких следов перенесенных в апотекарионе пыток и оскорблений на нем уже не было заметно. И Люций не переставал удивляться невероятной силе организма примарка, позволившей ему превозмочь все эти ужасы и так быстро от них избавиться. Воистину, Фулгрим – это бог достойный поклонения. Плечом к плечу с Люцием стоял первый капитан Каэссарон, а Марий Вайросиан держался в сторонке. Сознание их общей вины еще давило на его разум и отделяло от остальных участников пыток. Эту вину чувствовал только он один. Люций же не испытывал никаких сожалений по поводу их действий. Они хотели спасти примарха, и если он говорил правду, утолили мучительный зуд и получили новые знания. Они и не должны были стыдиться, если вспомнить обо всех чудесах, увиденных после сражения на Истване-3. К ним присоединились Калим и Абрамкс. Они с изумлением выслушали рассказ обо всем случившемся в Апатикарионе, об откровении, к которому только они одни во всей вселенной были причастны. Крисандр еще с трудом держался на ногах, а Руэн не отходил от раненого капитана хотя его собственное плечо еще было скрыто под повязкой из плоти, обеспечивающей восстановление аугментических костей. Фулгрим остановился под тусклым портретом, украшающим стену напротив гнезда Феникса. И Люций заметил, как уголки его губ чуть-чуть приподнялись в непостижимой улыбке, таившей в себе безграничное знание. «Вы были правы, подозревая, что я стал кем-то другим», произнес Фулгрим, наконец-то удостоив их взглядом. Убийство Горгона оборвало последнюю связь с моей предыдущей жизнью, с прошлым, которое больше ничего для меня не значит, а подобные события не могут пройти бесследно. Фулгрим присел на сцене, словно вспоминая момент смерти Феруса Мануса. Его взгляд устремился вдаль. Кулаки сжались, и в его глазах Люций увидел отблески кровавого марша на Истване 5. Я был уязвим. Фулгрим поднялся на ноги и принялся вновь ходить по сцене. Слуга князя тьмы ради собственного развлечения овладел моей плотью. Это было древнее существо, жалкое и капризное. И оно с удовольствием наслаждалось украденной добычей. А я какое-то время позволял ему жить в своем теле, пока не узнал достаточно и о нем, и о его силах. Я думаю, он рассчитывал на мою слабость после гибели брата. Фулгрим усмехнулся, глядя на руки, словно на них все еще олела кровь примарха железных рук. Ему не стоило на это рассчитывать. В конце концов, он сам направил меня на путь потворства моим желаниям, к жизни, свободной от всех запретов и чувства вины. Какое значение имело для меня еще одно предательство? Манус был уже исчезающим воспоминанием, призраком, таящим с каждым проходящим мгновением. И все, что я от него узнал, сделало меня еще сильнее. Со временем стало совсем нетрудно вернуть себе свое тело и заключить его в тюрьме, созданной им для меня. Люций отвел взгляд от величественного примарха и поднял голову к портрету. Его черты оставались такими же безжизненными, краски не стали ярче. Но, зная истину, Люций смог рассмотреть вечную муку древнего бессмертного существа, навеки заключенного в бесконечной неподвижности. Для наделенного безграничными возможностями создания не могло быть большей муки, чем этот плен. И его восхищение могуществом примарха озарилось новым сиянием. «Теперь, сыны мои, вам известна истина», — сказал Фулгрим. Спрыгнул со сцены и направился к капитанам. Разведя в стороны руки, он, проходя между ними, коснулся каждого из воинов. «Нелегко служить повелителю, который требует от вас так много, и так много дает взамен. В своих стремлениях вы должны идти дальше всех остальных. Вы должны испытать все, даже если что-то вызывает отвращение». Никакая жертва, никакое падение и никакое блаженство не превысит наших возможностей. Я еще многое должен показать вам, дети мои. Непостижимые тайные силы, истины, сокрытые с самого начала времен, и путь к божественности, на котором я буду сиять ярче тысячи звезд. Воины громкими возгласами откликнулись на эти слова, и Фулгрим развернулся, услышав их голоса. Он купался в их восхищении, и их безграничная преданность заставляла его сиять, подобно звезде, дарующей им жизнь. Наконец он опустил руки и окинул их взглядом, великодушным и отеческим, строгим и решительным. Прежде чем удостоить своим присутствием Хоруса Луперкаля на топкой почве Терры, мне предстоит еще много дел, сообщил Фениксиец, и в первую очередь необходимо встретиться с моим братом-олимпийцем чтобы направить его строителей и смотрителей крепостей на достижение моей цели. «Какой цели?» — спросил Юлий Каэссарон, рискуя навлечь на себя гнев примарха. Фулгрим провел рукой по своим девственно-белым волосам и улыбнулся, хотя Люций сознавал, что это последнее проявление снисходительности. Дальнейших вопросов примарх не потерпит, тем более сейчас, в момент его триумфа. «Нам предстоит построить город», — сказал он, Великолепный город из зеркал, город миражей, одновременно прочный и зыбкий, из воздуха и камня. От одной мысли о таком городе у Люция сильнее забилось сердце. Каждое здание такого города, каждая башня и каждый дворец будут тысячекратно повторять его отражение. Он наконец понял, ради чего была предпринята атака на призматику, ради чего редчайшие кристаллы были собраны до мельчайшего осколка. «Зеркальный город», — прошептал он. «Это будет прекрасно». Фулгрим шагнул вперед и ласково обхватил ладонями лицо мечника. «Это будет более чем прекрасно», — сказал Фулгрим и наклонился, чтобы запечатлеть поцелуй на покрытых шрамами щеках Люция. «В миллионах его отражений я встречу взгляд ангела Экстерминатус, и его ужасная красота заставит рыдать всю вселенную».